Эй, а какую машину ты привык водить? Дом меня уважает, потому я и езжу спереди. Выходит, что ты целый день пахнешь зубной пастой. Ты когда платить собираешься? Я удерживаю проценты. Так, ну так попробуем. Убрал что у тебя в заднем кармане? То есть такой выхожу, смотрю, какие-то соседки новые заселились. Да не за что. У девки, судя по всему, год 22 от всего. Двадцатники. Ну, студенты какие-то. Как я понял, две по голосам. Вышел, она такая, у меня такая смотрит, такая. Ты когда платить собираешься? Привет, она такая. Я удерживаю проценты. Сука, я говорю, неужели настолько я старый выгляжу? Что не все, здравствуйте, а я привет. Здрасте. Пизду покрасьте. Сейчас давай перекурчик прям минутку. Привет, как поживаешь? Все тип-топ? Макс там не ушел, а что, Макс, прочти сообщение там. Да, нет, все, а то там, в 9 вечера эта херня начнется, по-моему. Если да, то стрим он и вперед. Где-то турнира 3, наверное. Так, а что там у меня следующая миссия? Слышал, тебе прошлой ночью удача привалила. Дай-ка мы с ней болтаем, сейчас приду. Так, да, шеф, и все. Поговори с отцом. Ладно, сейчас я приду. Запрыгиваем! Тумаков всем. А, типа просматривать можно, что там происходит. Слушай, а что это такое? Шеф уйдет сегодня пораньше. Ну и шеф уйдет сегодня пораньше. А, стволы! Это мы любим. Так, это мой работничек. Где она там метет? О. Ну что, выпьем после работы? Че или? Не понимать твою. Нет, про геймер это ахилл, я не про геймер. Но тенго темпо. Ну что за люди? С дороги, мучачо. Мучачо. Мы уже встречались? В другой раз ты бьешь, я держу. Все, я готов смываться. Кому-то это нужно. Так, бодибилдер пузатый, да? Ну что, мы поняли друг друга? Нормально, что ли, вообще получилось? С визгом убежал, вообще приду.
Не, на самом деле бабы недооценивают людей, которые играют там. Задротов, они пробки же, понимаешь, в чем суть? Просто задроту все лень, я бы так сказал. То есть ему тупо лень пойти с какой-то другой бабой замутить, как правило. Они этого не ценят, кстати говоря. Чтобы взять этот объект, нам нужен спец. Взрывник или медвежатник? А это плюс, но знаю, я обычно не говорю, мне нужен что еще вас человек. Играю. То есть на улице не знакомлюсь, если и так что. Далее. Всегда есть дробовик. Так, нам куда? На крестик надо ехать или что? Куда? ЦР, это, видимо, миссии. На крестик и на ЕС надо сгонять. Попробовать. Ай, Доминик, движок застучал. Доминик, шмоминик. Там с молюзгой что ли катает там, я смотрю. Полоса удачи. Надоело, наверное, в банде коптиться. Не думал присоединиться к семье? Я лучший. Не веришь, спроси у людей. Чем он там? Ведь что-то ты умеешь, правда? Я все знаю о взрывчатке, о том, что бабахает. Иногда без этого никак, сам понимаешь. Нам нужен очень медвежатник, но надо быть позже. Что еще о себе скажешь? Язык мой, друг мой. Я могу отболтаться в любой ситуации. А познание, наговоры берем. Всегда. Это все потому, что я умею общаться с дамами. Договорились? Ты мне нужен. Добро пожаловать в семью. Так, теперь есть подрывник. Значит, есть вариация улучшить. Что мы можем делать? Тратить деньги на развитие навыков и далее. Ну пока не будем тратить. Пускай пока хвосты поболтаются. Медик. Что там есть здоровье, да? Улучшать. Достаточно денег. Короче, денег вообще ни хрена нет. Давай, давай, давай! Так. Так, команда и семья с помощью фамильного дерева. Включайте доверенных людей в команду или исключать их оттуда. Понял, можно, значит, турнуть. Отлично, короче, пора заняться последним заведением. Ну, дешевка. Его тачке почти 2 года. Ты че, Тут не влезут, ладно, возьмем это. Куда идем? Окей, Доминик, на очереди большой бордель. Кармина не успеет очутиться. Ну, конечно. Давай на крест гоняем. Кармина не настолько туп. Он поймет, что это мы. Но мне плевать. Приступим. Вива ля Куба! Это же Куба, правильно, по-моему, на Кубе было дело. Пусти меня за руль! Какая-то развилка, и вот нам наверх надо получается. Мы не одни. В каком смысле я один? Что-то не дом мотал, короче. Или крестик это дом? Судя по всему, это дом. Вот что это за крестик? Да, это дом, лол. Ну пойдем, ладно, мы наняли человека, судя по всему, это достаточно. Пора новичку показать себя в деле, Доминик. А, нет, это другая домена. Заперто, босс. Тин-тин. А что, заперто? Может, взорвать надо что-то? Давай бежим до мины. Точно. Вон какой-то охранник гуляет. Так, выберите пиктограмму. Здесь затем нажмите С для. Взрывай! Этого. Давай, иди сюда. Держимся вместе! Время у нас есть, но стоит все же поторопиться. У меня тут есть кое-что. Давай, минируй уже, Алеш. Сейчас поставлю фитиль. На, получай. Справился с застрахован, урод. Так, а там какие-то кусачки нарисованы. Вот мне нам человек нужен. Ублюдок. Пошел. Иду. Не
Откуда на тебя сюда? Откуда вы бабу-то прете? Это что такое? А, это свои, так, окей. Что вы? Что? И чё? Бестолковый вариант. Тут, как я понял, надо что-то вырубить сделать. Уже иду. Ладно, погнали дальше. Опа-на. Теперь молотом. Пизда, пацана моя. Это помогло, что ли? Видимо, нет. Иду. А ну сюда! На размен давай. Шмаляет. Я получаю деньги, ты получаешь. Черт, все сюда. Тихо, не ед. Ты пацаны с дробашами опасны. Ну, сюда. Хиль меня, хиль. Хиль меня, собака. Хозяина нашли! Бомба! Берегись! Можно все решить по-хорошему или по-плохому. Я вам не груша. Последний. Ну-ка давай, тряси ее жестче. Давай, берись. Души, гада! Не надо меня бить! Я заплачу! Если они умрут, кровь будет на тебе. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, она ничего не даст уже. Нет, никаких ударов вперед. Пиздец, мы не смогли захватить, потому что я это ее шатанул жестко. Слишком избил, мадам. Солнышко, я тебе так скажу. Твой бордель стоит на моей территории. Это значит, что я имею с него долю. Ясно? Убирайся. Мне плевать, что ты говоришь. Придется ее вальнуть. Вон он, главный. Надеюсь, ты ненормально. Не наставляй это на меня. Все, придется валить. У тебя голова хорошо отскакивает. Сука. Лоханулся. У меня есть все, что тебе нужно, мучачо. Тебе спец нужен для этого. Такая прекрасная девушка заслуживает особого мужчины, умеющего вести себя с дамами. Кого-то вроде меня. О, тут стало жарко, или просто ты пришел? Прошу, не меня. Ладно, погнали отсюда. Просрал там. Спеца, а где спеца найти? Эти спецы где-то указаны вообще, интересно, нет? А ну назад! Короче, мы просрали миссию. Просто-напросто, потому что я перестарался с силой удара. Что теперь, как дальше будет, я не знаю вообще. Пойдем за тачку. Мы бы не сидели в дерьме, выиграй, Никса. Слушай, а спецов как, интересно, где их найти еще спецов? До этого мне наводили, их показывали, а теперь нет. Слушай, это что-то сэр указано, может еще раз сходить? Отдай машину! Полиция! Берись, я! Свидетельница.
Вот на ЕС надо скататься, короче, попробовать. На Цейре, потому что уже тут нашаманили, видимо, тут надо ждать время какое-то, чтобы все отошло маленько. Блять, полиция приехала. Пахнет жареным. Блин, Доминик, надеюсь, они не успели нас разглядеть. Больничка, ЦР-ка, на ЦР пойдем. Ой-ой-ой, какое управление жесткое. Завтыкон у меня вышел. Я еще пока не научился там спецов искать, это раз. И как бандой управлять своей. Что, последний звонок? Да тут такая же шляпа, лол. Вот он. Ага, понял, я там еще уже делал. Владельца. Да нашел, конечно, хорошо. Больно. Больно. Я его просто случайно с крыши скинул. Взорвет тебе мозг, идиот. Занавес, ублюдок. Где там хозяин, куда он упиздил-то? А, наверх, на крышу, что ли? Получай. Нельзя, вот чтобы дерьмо. Нас услышали. А, он убежал, что ли? На крестик указано, или что это? Сюда! Убери пушку! Вот. Мне это снится. Слишком сильно не Давидо. Ты смотри. Ой, гляди. Ты весь прошу, испачкался. Нет. Запрыгиваем. Так, его только случайно надо не скинуть, короче. Деньги были твои, стали наши. Понял? Не связывайся со мной. Заплачу. Дерись. Надо больше трясти. Жадность фраера разгубила, говорят. Эй, легче, легче. Не замри. Дай косарик хотя бы. Ну а что-то не так помогает тебе без тряски всякой. Прошу, не бей меня! Полиция! Нет, не надо! Сейчас жадность фраера погубит. Там, по-моему, перед потолком прям останавливаться. Вон он, главный. Запрыгиваем. Блять. Все, просрал. Думаешь, можно вести бизнес без крыши? Вряд ли. Давай заключим сделку. Достаточно, дискуссия окончена. Блять, лол, ну ладно, лети, дорогой. Я готов к полету. Поднимите меня. Скоро перестану. Я перестарался, короче. Если мне память не изменяет, то нанимать спецов можно дома, а миссия обновится через пару минут. Maybe. Что значит крестик, который вот там вот у меня еще один указан? Я не знаю, может это как раз есть спецы, или это домина моя как раз. Ты знаешь, где я? Крестик, что это, больничка что какая-то? Нападение на объект, это на мой что ли объект попадает там? Пускайте туда, короче. Да
Да что такое? А, вот, наверное, значки, которые это я где могу искать подрывников и так далее. Всякие, кто-то обесточивает, короче, и так далее. Вот, видишь, они указаны на радаре, вот эти значки. Это еще двоих можно принять к себе. Вопрос, где они сейчас находятся? Так, это... А, так это моя точка, это неправильно сделал я. Это отжал я один магазин, точно, да-да-да. Это мои точки, которые отжаты, я понял. Нет, тот мне нравится больше. Нужна твоя тачка! Давай, иди, ползай. Иисусе! Она меня... Это банк на S? Слушай, по-моему, мы тут тоже что-то мутили. Может, грабануть банк, наверное, без медвежатника нельзя. То есть я буду так, зря стараться. Давайте, расходитесь. Ладно, так что поехали на X, значок. Надо научиться, как держать этих, как бить, как не бить, там, до конца, как это называют. Да, вот, значит, получается, две точки у меня захвачены есть. Получается, что так. Чулочные пояса. Две? Нет. Не две, там больше даже получается. Нет, до этого я нанимал не дома у себя. А, ЦР это миссия, где я вытряхивал с этих. Сзади работал подрывник, по-моему. Когда хватаешь человека, на полоске в правом верхнем углу показывает две полоски. Одна полоска это уровень, с которого тебе начнут платить, вторая полоска, которого закончит, ты пошли нахуй. Точно, которая миссия мне не удалась. Я зашел сзади, подорвали, зашли в дом, расстреляли, и после этого файл. Как я понял, миссии недоступны, окей, поскольку она закрыта. Окей, пора заняться последним заведением. Будь рядом, понял? Да. Поскольку я этого убил, значит, миссия недоступна. И что мне делать, я хз. Заново в сейф заходить, я, в принципе, ничего не сделал недельного здесь, в этой миссии. Узнать, когда он откроется, можно на карте Дона. Сорок девять минут это реально интересно времени или как это считается? Ну и что мне делать? Это его последний вызов к директору. Дальше интернат. На карте дома. 29. Ну, в принципе, 20 минут типа прошло, уже можно сразу идти. Не спеша. Он, кстати, моделька прыгать не умеет, интересно. Видите, уже здесь стоят, обалдуя, им приказал уже. Через 5 минут открытие. Ну давай. Пять минут, это много или мало? 5 минут уже прошли, может стоит отсюда отойти? Скоро открытие, заебись. Нормально вообще, ребята. Держимся вместе. Пойдем, отойдем, это мало не появится. Ничего. Туда. Скоро открытие, главное. Когда оно скоро?
у меня единственная миссия — это вот церковь, вот эта комната, и все. Да это забей вообще, столько ждать, блин, проще заново делать. И... или их надо убивать, не нужно уезжать, возвращаться через какое-то время, я так понимаю. Что-то сложно как-то пока что. Надо до конца научиться это делать. Бля, короче, проще возвратиться на сохраненную херню. Кивай, все время кивай. Совет бесплатный, но действенный. Пизды, короче. Игра-то не выключится. Ты мне все ноги уже оттоптал. Отойди подальше, будь добр. Окей, пора заняться последним заведением. Всегда хотел себе такой. Псих. Да, иду. Окей, Доминик, на очереди большой бордель. Кармина не успеет очухаться. Ну, конечно. Кармина не настолько туп. Он поймет, что это мы. Но мне плевать. Приступим. А я все равно эту миссию нормально не смогу сделать, поскольку да, у меня... из пекла. И а тут две церкви, смотри. Блин, забыл курево. Невезуха. Тут у нас больница, оказывается. Черт, все сюда! А что тут за церковь? Ну, брось. Ну ладно, теперь все серьезно. Кто в меня выстрелил? Вот дикэп! Я уже почти весь вышел. Блин, он все еще там. Это по строителю, что стрелять? Не бей меня! Бежим! Он вооружен! Подрывник у меня есть. Нашли. Вот это да, тут склад оружия. Заложи заряд. Давай закладывай. Мне взорвать тут все? Да-да-да, взорвай давай. Время у нас есть, но стоит все же поторопиться. Куда направляемся? Молодец. Окей, сейчас босс. Взорвется! Иди туда сразу, надеюсь, не взорвешься по дороге. Закладывай. Им обычно похрену. Скажи, если кто появится. Наш. Чё-то он, чё он там у тебя заложил? Так, вон он главный, он сказал. Нормально игра исполняет. Все скоро кончится. Пусти! Запрыгиваем! Что? Я заплачу! Не бейте! Видишь его? Прикрывай, пацаны. Ничего, давай, минут 15 сейчас гаману. Ты смотри, кто появился. Я предупреждал. Ты еще там? А вторая шкала пропала. Ну давай, трясем, берем, короче. Все рэкетиры в этом городе отстегивают мне долю. Ты понял? Ладно, бизнес твой. Только постарайся не облажаться. Сюда. Вы че, кому там шмаляете, Алёш? Не надо! Бросай! Ты кто? Медвежатников нет? Будь рядом, понял? Сюда, так? Так, сюда надо поставить охрану.
пятерочка. Мы будем иметь процент со всего оборота. Даже пальцем. Что происходит? Не надо. Кайф. Везде вот эти вот. Ты. Не бейте. Понятно. Тут нам не стоит взрывать, я думаю. Ладно, эти сами рядом со мной появятся, когда надо, по-моему. Погнали на другую церковь. Так это же моя. Вот там! Даже и не думай. Мне вызвать тебе такси? Кто меня прикрывал? С кем вы там воюете? А, это свои, понятно. Ну, давай! Ну, все это можно было бы организовать, наверное, под шумок, я так понимаю, если бы у меня... А ну назад! Давай я закончу тут. Ладно, полезем первым. Меня. Что там пощадить проще? Слушай, надо я надо... этому бизнесу уделить больше внимания, босс. Блядь. И чё? В этом районе мне всегда везет с девочками. Мы на не через тот вход зашли, я так понял. Зафейлился. Это который на крыше, которого мы скидывали. Придется вниз спускаться. Босс, потише. Чего ты пугаешь меня? Блин, даже мышка отключила. Включается опять мышка, пиздец. Боже, нас убьют! Отличное место для бомбы, шеф. Да не нужна бомба, пойдем так. Разбирайся, давай уже, алло. По снайперка есть. Мы вернулись на старое место, что ли? Ой, алло. Или тут надо взрывать, я что-то не пойму. Дальше. Что тут вообще есть? А у тебя репутация, Доминик. Не человек, а машина для убийства. Забыл зайти в химчистку. Придется нам подрывать, потому что иначе нам никак. Потому что мы обижали все и не нашли ничего. Потому что нам при взрыве что-то произойдет. Пойдем еще сбегаем. Тут как бы ходов немного. Вот здесь мы зашли сюда. Вот здесь вот поднялись, налево мы там проходили вроде бы уже. Нет, вот налево мы не проходили, лол. У него, надеюсь, охрана там нет никакой. Я вижу. Ой! Нашли. Он получил по заслугам. Адиус. Навальную? Ну давай, привет, братишка. Отпусти! Запрыгиваем!
Не бейте! Перестань! Я заплачу! Дерись! Так вот, я ставлю тебя во главе предприятия, но теперь ты будешь работать на меня. Я понятно выражаюсь? Ладно, бизнес твой, только постарайся не облажаться. Опа. Это ценный бизнес, нельзя его потерять. Да не... Не бей меня. Какой флирт, не вот этот чувак. В следующий раз, когда будет место. Итак, в чем ты у нас мастер? Я эксперт-подрывник. ТНТ, динамит, часовые механизмы, все знаю. Нахрен ты мне нужен? Взрывник у меня уже есть. Я понял, на моих точках... Есть же на моих точках эти... Люди, которые, в общем, шарят в взрывчатках, там еще в чем-то там. То есть по своим же этим захваченным точкам или по домам, так называемым, есть эти, значит, я понял. Ну, как насчет. Как насчет еще ребенка? Бежим отсюда! Запрыгиваем. Это не гонка на выживание. Это гонка на выживание именно. Давай сейчас свою домину съездим вот сюда. Назад надо оставать. Вот ты картанулся. Сейчас посмотрим, мало ли тут человек есть, которого можешь нанять. Чё, хозяин? Как договаривались, я плачу за крышу и все. Я все тебе отдал. Чего еще надо от меня? Работник вот у тебя сидит золотой какой-то. Что умеешь делать? Сейчас для тебя нет места. Попробуй позже. Как нет места? Ведь что-то ты умеешь, правда? Я спец по взрывам. Если что нужно снести или подорвать, это ко мне. Нет, подрывники нам не нужны. Вроде никто нас не видел. Вот когда медвежатника найдут, а денежки-то попрут. Опа, это свой, нет? Кэп, чего надо? Окей, пора заняться последним заведением. Пойдем, последнее заведение. Видимо, он открывается, возможно, позже этот так называемый спец. Надо, кстати, сохраниться, что ли, не знаю, там есть сохранить. Нам на крестик надо ехать вроде. Последняя миссия недоделанная. Везде эти чулочные пояса. Черт, все сюда! Мудила, блядь.
Фига себе. А чё, пулеметов нет, что ли? Взрывай! Разобраться с этим? Сейчас поставлю фитиль. Окей. Давай, бежим! Эти вообще бронированные чуваки. Туда. Черт, все сюда. Кто меня прикрывал? Блин, немножко отключается. Да вол опять отключается. Уйди. Вот ты, сука. И попалась. Я вам все что угодно, только не это. И кто думаешь выиграет? Стой! Я заплачу! Ну где-то вот 1850 даже больше у нас 30 с ним. Ты хочешь, чтобы твои девочки пострадали? А зачем тогда платишь этим уродам? Переходи ко мне, окей? Ладно. Хочешь мое заведение, забирай, оно твое. Очень прилично. Что-то сразу очень прилично. Так, что это такое? Защита, это типа сети, точки, которые держим. Что теперь? Тебе никто не звонил? Нужны эксперты. Захватите другие заведения. Это что, это свои, да? Не-не, ну-ка сейчас. Во, вот он нам нужен. Когда появится вакансия, я вернусь за тобой. Позже. Что умеешь? Я открою любой замок за пределами Форт Нокса. Инструмент всегда с собой. Доминик, ты не разочаруешься во мне. А чё это? Брать нельзя? Что ещё о себе скажешь? Слова — это пыль, только трудовой пот имеет цену, говорил мой папаня. Ну и что ему дала работа? Ранняя отставка, дерьмовая пенсия и боль в спине? Нет, это не моё. Я, пожалуй, буду болтать и радоваться жизни. Моё почтение. Так, значит, что мне с этим семейным сраным деревом делать? На повышение иди. Как там его? Заблокировано. А вот эти вот. Или их надо улучшать? Что с ними надо делать? Так.
советник, младший босс, капо. Ничего недоступно. А как мне тогда взять? Кого-то удалить? Или улучшать, чтобы ему все было хорошо? У меня денег столько не хватит, чтобы повышать его каждый раз. Че, подрывника уберу, наверное, что ли? Конечно. В следующий раз, появится, когда будет мясо. Да есть место уже. Для того же семью убрал. У меня все, один семьянин. Теперь нам нужно защитить. Когда появится вакансия, я вернусь за тобой. Позже. Да она же есть, что за фигня? Ну теперь. Босс, прости. Сейчас для тебя нет места. А что за фигня? Позже. Да блин, мышка вырубается, собака. У меня денег столько нет, чтобы их улучшать. Ну ладно. Как-то я должен был, я не знаю, захватывать другие точки придется. Если сейчас подрывник нужен будет, жопа. Чё, похоже, все. Еще бы, босс. Кармина, небось, страдает теперь. Конечно. Ему резко поплохело. Фига, тачка какая модная. Церкви это что? Это миссии или что? Остальные типа надо захватить. Оборона. На ваше заведение напали. Вы можете отправить на самозащиту заведение лично или отправить сюда своих людей. Отправьте приказ с помощью фамильного дерева. Где нападение? Ну все, вроде отправил. Кто навонял? Признавайтесь. Вонючка, иди выползай там. Все, отправился, пускай чешется. Теперь сам себе готовит обижу вести. Церкви, это же мои, мне надо смотреть, наверное, на расширенные радары и определяться. Вот он! Лучшее бухло в городе. Че, вот? Че ты там разтрандился? О, здоровье еще тебе. Ну мы здесь захватили же, да? Захватили. Значит, нужно ориентироваться на либо просто так, либо на радаре. Но это наша, а желтые, наверное, не наши. А
мы где находимся? Вот нам надо желтое, вот это вот, что это такое? На тебе. Где-то прямо перед нами. Куда он клонит? А как ты думаешь? Он хочет вернуть территорию. Опа, на. Да че, Алёша, ёп ты. Влепил между глаз. Суки, где там, блядь? Ну-ка нахуй от моего этого здания. Ты как... Ты кому шмалял-то там? Ты что, мышка вырубилась. Все? Отлетели членососы. Нет, нет. А ну брось. А, эта миссия не выполнена, что ли, опять? Или что? Серьезно, не стреляй! Прошу, не бей меня! Я нашел владельца. О, он красный уже. Тебе нужно! Ну блин! Я взяла, заплачу! Надо на этом останавливаться, иначе он сейчас окрякнет нахрен. Кому ты платишь за крышу, а? Дерьмово они делают свою работу. Ты заслуживаешь лучшего, капишь? Просто возьми деньги и оставь меня в покое. Захватить другие заведения в этом. Ну, понятно, понятно все. Ну, так, кажется, не было захвачено. Все нападающие кораблей разоты объекты, сами убиты. Все. Дон Корлеоне не звонил тебе? Он захочет поджигатель. Услышать про Кармина. Интересно, вообще вот. Следующим контентом. Телефончик нужен. Чуть за соседней крышу, кстати, пойдем сбегаем, смотрим. Новый объект? Вот. Как говорится, больше денег. Дай попробуем, возьмем. Вот стена нужна подровник, а. Водровника, как всегда, нет. Так, братишка. В следующий раз, когда будет место. Чего? Ну как? Воу. Как это семейное дерево-то? Можно добавлять команду и все. Давай добавим ее что-нибудь. Обратно сейчас стенку взорвем. Его, то есть, удалять уже нельзя, этот изначально взял и все, как бы, живи с этим челиком потом. Там какая-то стена была, вот, расскажи, в соседнем этом, надо туда сходить. Когда он добавляется в команду, это просто он рядом с тобой бегает, я понял. Вот у нас стена внизу, давай пойдем подорвем. По-моему, какому телефону надо. А ну сюда! Мне взорвать тут все? Вперед! Что такое, деньги валяются? Ладно, скажи, если кто появится. Минируй пока. Деньги соберем, копейки. Черт подери! Черт, гори! Остановите его, кто-нибудь! Свидетель. Че, тебя грохнет, что ли, свидетель? О хорошем. Пойдем туда. Запрыгиваем! Сюда! Доминик, ты уложишь его или как? Что ты видишь, а? Ты ничего не видишь. Проваливай! Хорошо, я ничего не скажу полиции. Как мне это снится? Бежим! Так, а у нас телефон нужен нам. А телефон куда-то пропал. Последнее предупреждение. Никого там нет. Чё такое? Ты слышал?
хрен и полиция-то? Раскудахтались. Ну где этот телефон долбанный? Ты можешь выгнать его пулей в лоб дома. Че, серьезно? Он сказал, что я похожа на Одри Хепберн. Блин, а где этот долбанный телефон теперь, лол? Вот здесь я помню, это был чей-то дом, у меня почему-то не показывает телефон. Где-то я видео видел, тут какая-то вообще бешеный трэш-экшен шел. В этом здании. А, вот что ли? Фрэнк, это ты? Я знаю, где это. В центре есть старый квартал. Встретимся там. До скорого. До скорого, до скорого. Отправляйтесь на встречу на тайной квартире в Нью-Йорке. У меня предчувствие, Доминик. Кармин Розата что-то задумал. Ну, круто. Мадам. Что такое, красавчик? Понятно. Так, ну машину бы. В принципе, ехать недалеко, ну ладно. Эй, лысый. Какая тачка! Увидимся, Доминик. А тут там свидетели твоей мать. Мы с Доном Корлеоне должны встретиться. Не знаю, в каком-то старом доме. Надеюсь, все будет нормально. Ну, здорово, здорово, дедушка. Фрэнк, что мы тут делаем? Это твой новый дом. Вот тебе ключ от дворца. Дворец. Просто какая дыра. А ты что, махараджа? Это не Тадж-Махал. Это конспиративная квартира. Надо снять с хвоста копов. Приходишь сюда. Надо пушку, патроны. Опять же едешь сюда. Проходи. Ну, пойдем, пойдем. Иногда надо залечь на дно. Ну, все, успокойся. От братьев Розата. Поговори с Майком. Да перестань бежать. Поговори с Майком, он внутри. Ух ты. Ты слышал? Что, еще есть что-нибудь, что забирать? Все. Давай с Майком побазарим. Почему мы встречаемся здесь? Нам что-то угрожает? Нет. Просто хотел передать тебе квартиру. Она принадлежала Луке Брази. Он работал на моего отца. Это хорошее укрытие. Мы Дон и Майкл. Мы не можем просто так исчезнуть. Нужно отомстить Кармина. Пусть заплатит за все, что он сделал. Это может привести к войне. Но я с тобой согласен. Да, ты прав. Пора отправить ему сообщение. Договорились. Я уберу одного из доверенных людей Кармина. Они нападали на наше заведение, и этим все не кончится. Если я не разберусь с ними, будут новые нападения. К тому же потеря бойца ослабит семью Кармина. Надолго. Все в твоих руках, Доминик. Ты можешь убрать врага, когда сочтешь это необходимым. Семья подчиняется тебе. Да? Ну, мне бы, короче, денежек сейчас побольше бы, да? Мне потому что нужно, как называют, говорить с Фрэнком. Фрэнк внизу, что ли, который? О. Я начинаю действовать, Фрэнк. Пора убрать одного из бойцов Кармина. Отлично. Давай уберем всех. Всех, пока у нас есть силы. Мы убьем всех, Фрэнк. По одному. Но сперва нам нужна достоверная информация. Верно. Сначала надо собрать информацию. Где объект живет, где бывает. Поговорить с правильными людьми, может быть, оказать им какие-то услуги. Лишь одного, Фрэнк. Но только навсегда. Пошли сообщения. Для этого надо его убить так, чтобы все обратили на это внимание. Обдумывай информацию. Задуши его. Или всади пулю между глаз, ясно? Надо запугать эту семью да икотой, иначе их не ослабить. Не человек, которому нужна помощь. Мне бы тут сейчас медвежатник, чтобы сейф вскрывать это маленький. Да, еще штучка. Че тут такое моя машина скопилась? Уж я бы ей поставил там свечку. Ах, ребята, простите. Так, человек-то рядом находится.
Да он во дворе вообще здесь находится, по-моему. Вообще забей просто. О! Эй, куда? Ты чё, алё? Все скоро кончится. Да. Не надо! Да. Мне это снится. Боже. Не бейте! Не надо! Прошу, что я сделал? Не надо! Чё не разговаривает? Чумовая была вечеринка. Вперёд! Ты чё не разговариваешь, дурак? Вот бара, вот бара. Что я сделала? Вот дебил. Чё с ним вообще случилось? Он просто взял и побежал. Поговорите, говорит, с человеком. Поговорил с дебилом. Чё, занят, что? Не бей меня. Поехали. Сейчас, может, он побежит, успокоится там маленько. Он что-то чего-то испугался, этот дурачок. Смотри на него. Не бейте! Да я тебя бить не собираюсь, дурак. Похоже, вам что-то нужно? Аллилуйя. Помощь? Еще как. Есть настроение кое-кому врезать? Да, но нужны детали. Спасибо. Может, я слишком романтичен, но какой-то тип обидел мою прежнюю пассию. Я с ней уже не живу, но хочу показать бывшую заботу. Научите его уважению к женщинам. Намните бока, а я вас отблагодарю. Давай, да, пойдем на дилейстер. Думаю, заняться труссой. Модно, говорят. Поехали. Нет, еще. Тебе не помешаю. Привет, братюнь. Запрыгиваем. Никто не идет. Чтобы навсегда избавиться от доверенного человека из вражеской семьи, бить его тем способом, который указан в условии убийства. Против семьи. Поэтому свидетели, конечно же, не нужны. Бежим скорей! Куда ты, ебать, собрался? Я вижу его! Больно! Запрыгивай! Держи язык за зубами, понял? Не лезь не в свое дело! Да, какое преступление? Ничего не знаю. Женщине нужны новые туфли. О! Бэп-бэп, ёпта. Опа, в городе новый шериф. Гони деньги. С дороги мне некогда болтать. Да? Ну давай с тобой похоже, полтаем. Вам что-то нужно? Меня кинули. Сукин сын не должен дожить до восхода. Поможешь мне отправить урода на тот свет? Рассказывай. Да. Хорошо. Пусть говорят. У моего мужа парфюмерная компания. А этот мошенник крадет его ароматы и толкает их за полцены. Прикончите его, обещаю. Я в долгу не останусь. Ну давай. Да. Видишь его? Давай. Надо. Мои пацаны с ментами махаются. Чуть дурачки шли, блядь. Блёшек все на дороге сидит. Бля, менты, отвалить уже, ёпта. Пойдем домой, зайдем, чтобы не отвалились мне. Все, отстали. Потрошечки, все есть. Дурачки, а то с ментами, давай пинаться. Ох, ее три твои же налево.
Сюда я не приезжал, я не помню, что я здесь был где-то. А, был я здесь. Чё это такое у него? Пригнись. Думай о хорошем. О хорошем. Не надо, прошу. А чё на нем деньги были? Вот это что? Отсюда. Что за деньги? Прошу, что я сделал? Боже. Эй, прекратите! У нас такого сломано. Так, мы что тут накостыляли всем, кому попало, нам нужен вообще другой человек. Где этот чудо вообще? Это моя же, тут взрывать не стоит. Внутри, что ли, он где-то развлекается? Да, внутри где-то здесь, лоб. За стеной или он что? Ну, я пойдем внутрь. Да ладно, значит, на втором этаже? В доме? Серьезно? Мы знаем кое-что про семью Кармины. Все на генеалогическом древе. Нет, хрен с ним, что знаешь. Точно здесь получается. Эй, ёптать! Дерись! Да нет, ты отвали, ты. Не бей меня. Пока, вот придурок. Я не буду ничего делать. Угу. Короче, они рассказывают, видимо, мне. Короче. Людей. Они дают мне данные про людей, короче, которые из семьи этой. Давай печать смерти поставим. А что она нам даст? Ну, любого можем, наверное, да? Нет. Печать смерти. Что она значит, интересно? И что с моей семьей не так? Можно ли брать? Улучшать? Денег мало. Надо еще что-нибудь захватывать, чтобы все окей было. Фу, нет. Ладно, погнали отсюда. Воу, тут заблудишься, пока бежишь сюда. Это что такое? Отдай чертову машину! Доходы, короче, и... понятно. Так, на наших точках везде есть охрана. Нападение. Мы еще не все захватили. Находимся мы оттуда далеко. Что это такое? Опа-на! Это человек, которого надо свалить. Нет, нет, нет! Увидимся. Установить бомбу на машину. Ага, вот он. Печати смерти отмечен этот чувак. Но есть еще какой-то крестик. Ох, твою мать, вот это мы разогнались. Нам как-то надо взять... Пойдем на крест катаемся. На зеленый, что он значит. Ой, лох. Ты, видимо... А где, как туда заехать-то, лол? Тут окраина. Надо как через... с другой стороны, получается. Что-то тачку аж трясет, лол.
Что такое ЦР, тоже не помню уже. Просто сказка. На-на-на. Это что такое? Слыбис, загляните в фамильное дерево и убейте доверенного человека вражеского до... Что написано было? Справочка нужна. Удавите гада. А как я его удушу? Мне что-то нужно для этого? Маниакальный игрок, который так ввязывается в неприятные истории, чертовски везущий. Эти кресты, значит. А чем мне душить? Есть чем душить? Тут у нас бандюги, оказывается. Меня душить нечем. Доминик, мы после работы успеем пройтись по клубам? Привет, братень. Мы тебя трогать не будем, пока нам удавочку какую-нибудь надо найти. Вот дерьмо. Боже. Мне это убери снится. Ствол, придурок. Прошу, не меня. Боже. Так, ну пойдем того, попробуем что-нибудь с ним сделать. Дерись. Как я его удавлю? Ну, видимо, я просрал миссию. Как тебя удавить-то? Сюда! Как тебя удавить, дружище? Блять, ты че? Капец! Слуги надо делать, короче, я понял. Мы убрали большую шишку из семьи Розата, может начаться война. Это нормально. Так и должно быть. Надо иногда устраивать чистку. Мне нужен этот... медвежатник обязательно. Ты будешь хуже моей бабули. На тебя. Что за дерьмо, эх? Видимо, это что-то где-то что-то не захваченное. Перекусывальщика нет. Он вооружен. Ладно, расслабься. Ты нас не интересуешь. И чё тут за лол? Бежим! Чё толку интересно, чувака вальнул вообще? Что-то там светится, по-моему, смотри, вот что. Монтировки, дубинки, а вот нам удавочку надо где-то нацепить. Ты чё её? Да меняй ган уже. Всё. Еще да поменяй нормальное оружие, лол. Суки. Это что за гусь вот этот вот? Я смываюсь. Или мы опять этого увольнули? Я понял, короче, они тут респавнятся постоянно, и тут нет смысла обитать. Я не буду ничего делать. Погнали. Нет смысла сидеть. Нам, во-первых, нужен медвежатник. Это первый аспект. Где-то на хате у себя найти медвежатника, чтобы затем немножко по деньгам прибавить. Что такое ЦР? Только отсюда ехали, я понял. Блин, Доминик,
Надеюсь, они не успели нас разглядеть. Да не ссы, нормально. Так церковь это же моя или нет? О, пойдем миссию сделаем. Только погода переменится. Если вам что-то нужно, я слушаю. Нравится разрушать? Весело, да? Куча разбитого стекла и море огорчения. Если интересно, мы сможем обсудить детали. Хорошо. И в чем дело? Слышал про аферу со страховкой. У меня полно товара, который... Бабы как раз на ней прошла. Отправляйся туда и уничтожь все, что увидишь. Что за троллинг? Добро. Да. Где он взял деньги? Ребятки, подвиньтесь, пожалуйста. Тачка дымит уже, что ли, вся жестко. Тут что-то сдохло. Вы кого-то замочили без меня? Город-то по факту очень маленький вообще. Ёпта. Мы не, не в ту степь поехали. Куда катится мир? Надо поверху направо, получается, там, если не перекрыта дорога. Твою мать. Сори, бро. А, это же моя хата там. Где-то внутри в моей хате. Она моя, по-моему, уже. Мы эту домину захватывали свою же. И тут вот медвежатник. И где тот черт, который мне нужен? Господи, кровавая баня. Твой взгляд выдает опытного мужчину, верь мне. Иди в жопу. Нам не опыт. Нужны люди. В другой раз. Нельзя его брать. Еще один с ключом. Видишь, не убивается он в домах этих своих. Где тот тип, который мне нужен? Почему здесь нет выхода? У меня тут есть кое-что. Взрывай! Давай, взрывай, короче. Хоть и моя хата. Сейчас поставлю фитиль. Ничего. Это, а, это я не заходил раньше, лол. CR.CarminaRosata. Что за игра? Может тачкой задавить? Нет, там удавить. Сейчас нам чат чуть проморгал. Чё. Ну да, это мы где выходили. Блин, а где этот красный, который помечен был у меня красным вообще в другой стране? Чё за бред? Я его увидел только что в доме здесь. Так, понял. Это, короче, сосед, этот, не сосед, а как его называют? Менты вовсю катаются. Иисус и Мария! Там полисмен. Мне сейчас тачка на глазах развалится. Так, мне вот на красный это ехать. Он хрен ли он так быстро... Иди на защиту, братан. Или он мне... Где печать смерти, который? Он мне все время туда. Блин, это печать смерти, который. Ее надо снять. Не отдавить его нечем, удавить нечем. Мне его убивать нечем, этого розатый мой. Как нам взять медвежатника? Или кого еще либо, я не знаю. То есть мы взять, в принципе, никого не можем. Чё за бред?
Нас атакуют. Хотят вернуть свою территорию. Да пускай атакуют, чуть жалко что. Давай, свидетели. Боже, прошу, не меня. Да что ты успокоишься? Если вам что-то нужно, я слушаю. Ты не против поставить кое-кому пару синяков? Тут одного парня надо вразумить. Поможешь? Я помогу. В чем проблема? Я была на свидании со своим сотрудником. Он стал приставать, я отказала. Так он рассказал всем в офисе, что я сама отдалась. Репутация для девушки все. Я хочу, чтобы он заплатил за это. Я не поскуплюсь. Может отказаться? Ну и в жопу. Да. Слышала? Человек на Луне? Теперь она моя. Полиция! Эй, он что, на машине что ли катается? Я не пойму, где так его... Иисусе! Твою мать, псих под колеса прыгает. Привет, братюня. Фу, ее избить надо, а не давить, лол. Я-то хотел упростить себе задачу, но ничего. Так, ладно, мне нужно над пешочком походить. Мы знаем кое-что про семью Кармины, все на генеалогическом древе. Пошататься по улице, может, опять ключик найдем сейчас. О! Пойдем. У вас проблемы? Могу я чем-то помочь? Да, если ты не боишься танцевать. У меня есть проблема с одним парнем. Его следует научить фокстроту лицом к лицу. Возьмешься? Хорошо. Давай, рассказывай. Что делать? Мой супруг общается с секретаршей не только по работе, понимаете намек? Я бы его убила, но дети. Неплохо, чтобы он испугался смерти. Сделаешь дело, я тебя отблагодарю. Да. Пугать еще что-то. Избиение в обмен условий без врага. Ты сегодня прямо красавец. То есть его валить нельзя, его пугать надо, я понял. Как эта тачка медленно ездит, твою мать просто. Что это вообще такое? Ну-ка, пибип, нахрен. А, погнали пешком. Опа. В следующий раз, когда будет место. Почему? Где этот долбанный козлины, которого надо напугать там? Господа. Понятно. Привет, братюня. Хоть что-то забавное. Не бей меня! Я ничего не делаю! Скоро перестанут. Я ничего не делаю! Думай о хорошем. О хорошем. Не надо, прошу! Я ничего не делаю! Че, я сделал миссию вроде или не надо было его убивать? А то она визжала, я не хочу там. Конечно, все в силе. Почему думаешь, я тебе плачу, а? Я тебе плачу. Сейчас заплачу. Что тут у нас имеется? Блин, без подрывника никак, но это в принципе мы здесь подрывали и заходили. Медвежатник нужен срочно, денежка нужна. А в семью нельзя брать человека, что за хренота? А еп. А, это он типа уже отжал мое, что ли, законное, награбленное. Они взяли наш объект, Кэп. Нельзя такое спускать. Твою мать, как где мне их объекты захватить-то, лол?
По телефону не всегда звонить. Может, Гэйвен и тачка, блядь, я не думаю. Думал. О, ключик. Дороги, сказал. Пощадите меня. Ты чё, слышь, э? Тут ещё один. Прошу, не меня. Всё. Блядь. Давай я захочу тут. Шлепки сраные еще. Жене нужны новые туфли. А как обратно спуститься? Есть другой вход какой-нибудь? Да падай вниз, задолбал. Ну, надо точки захватывать, как я понимаю, все отжимать, и тогда все окей будет. Я не могу уйти, мне начало вести. Расступись, народ. Спасибо за деньги. Может, где-нибудь тут за углом какая-нибудь шляпа валяется, я не знаю. А чат прочитать еще. Удавить — это задушить, захвати со спины и задуши. Что тут происходит? Так, а там, по-моему, специально нужна хрень какая-нибудь, которая подходит нам для душилки. Приспособление никакое не нужно? Или ты прогуглил где-нибудь? Скоро с помощью гугла буду все делать. Так, я уже хавать очень хочу, кстати. И куда нахрен я залез? Может, тут что-нибудь... Это что такое? Кусок трубы какой-то, что ли? Стволы. Полезные крыши, полезные. То есть ты прям точно думаешь, что надо подкрасться сзади и хапануть его, да, за шею? А как придушить? Его трясти, что надо с ним, я не знаю. Или он просто нападет сзади, зажать две кнопки и все, он задушен. И туда мы пришли. Да лол, что ли? Это заводилось тоже. Вот, вошли в выход нормально. Смотрите, куда прёте. Сейчас допрёшься. Так, нам... Это чё это? У меня всё отжали? Это того, которого вольнуть, это которого вольнуть, от которого вольнуть. Это три вариации насчет вольнуть. Значит, вот это надо захватить. Его что, ёбнули, что ли, смотри? Защитника, блять, хреново. Где мы находимся сейчас? Так, понятно. Сваливаем по этому мосту и идем отбивать точку. Машинку нам надо. Они на исследование космоса тратят больше, чем на образование. Так, мы двигаемся по направлению, правильно, по прямой. Прямо.
Здесь аэропорт. Налево по дороге. Это раз точка. И вот два, три. Ничего себе, тут точек. Нам вот сюда. Можно как-нибудь отметить, интересно. Для себя. Причем ехать прямо, потом налево после вот этой развилки. Они же церквями отмечены, правильно? Точки, которые меня отжали. Ну, в принципе, правильно все. Это что, они у меня отжали точку опять же? Да охренели просто. Надо побольше охранников поставить, если я не хочу что-то такое. Брось! Он вооружен! Пощадите меня! Да иди ли нахрен сюда, блядь. А, я понял, сейчас потом. Давай, достримлю. О хорошем. Я все заплачу. Убийца! Все рэкетиры в этом городе отстегивают мне долю. Ты понял? Ладно, заведение твое. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Все нахрен, пошли в жопу отсюда остальные все. Позже продолжу. Босс, прости. Позже продолжу. Пускай 5 будет. Какие кисы в этом городе? Да какие тут кисы? Этот есть? Бизнес. Привет. Я знаю тихое место, где мы можем поболтать и выпить пару маргарит. Да, да ты что? Уберите от экрана Эмира, пожалуйста. Дорогая моя, тебе кто-нибудь говорил, что ты прекрасна? Я бы говорил это каждый день. А вдруг нельзя, что ли? Сегодня я угощаю за счет заведения. Шлюху не угощать будет еще? Лол. Ну, медвежатник нужен срочно сюда, конечно. Ну, цепочка. Тиена лос охос мас эрмосос, но... Детка, ты знаешь меня, моих людей. Я отличный парень. Давай как-нибудь встретимся, а? А не слишком ли ты размахнулся, мучачо? Нормально вообще шлюхи, да, такие просто? И... А тут что такое? Ты чё машешь? С этой монополией еще много работы, не останавливайся. Ух-ух. Давай станцуем. Посмотри, стриптиз. Какие ножки. Так, что это волына? Спасибо, волына. Тут больше ходов нет никаких, там что-то. Вот она еще какая-то шантропа болтается. Почему девушки не уделяют внимания? Зажимаешь левую и правую мышку, потом пробел и души гада. Понял? Детка, у тебя самые красивые глаза, какие я только видел. Они чудесные. Прости, Ромео, я не твоя Джульетта. Да ты что? Дай проверим. Запрыгивай! Ты чё? Сядешь ко мне на колени, а? Ты чё, сука? Не меня. Да ты чё, Сдаюсь. Да, блядь, он ее не захватывает, прикинь? Смотри, какая, а? Дерзкая. Полиция! Берись! Ты чё, Ладно, живи, мразь. Я хотел на ней проверить этот, на кошках потренироваться, так сказать, и она что-то сопротивляться начала, отмахиваться. И всё? Пошёл он. Буду курить, когда захочу. Курит. Не, гол миссию сделаем небольшую. Но не больше. Что за вид? Какие-то проблемы? Не знаю, как сказать. Короче, есть одна женщина. Так вот, мне нужно, чтобы ее не было. Деньги не проблема. По рукам?
Я могу помочь. В чем проблема? Так случилось, что моя жена сбежала с садовником. С ним я разберусь позже, а жену нужно убрать сейчас, прежде чем она покинет город. Я знаю, что могу на вас рассчитывать, как и вы на мою благодарность. Да. 2 недели такой работы и ищи меня с вещей. Погнали. У них есть страховка? Ай-яй-яй, здесь не уедем. Их несколько вот этих, как называют, ключей подобрал уже несколько для того, чтобы копнуть этих членов семьи. Да тут, вот это она топит, ты видел? Она только что здесь была, уже там. Привет, Шантропаев. Иди займись ей, пока. Сюда. О, привет. Тут еще один. Забыла. Чё? Боже. Какой мужчина. Боже. Я все видела. Звоните в полицию. Остановись, прошу. Новая услуга, деньги. Не муть. Проще съебнуть, короче. Иди. Пошли. Менты пожаловали, шеф. Да хуй на них забить. Кажется, вам нужна помощь. У меня как раз есть дельце. Саботаж. Разнести одно заведение, в щепки разнести. Как ты смотришь на это? Хорошо. И в чем дело? Я пытаюсь выдавить конкурента из города. Птичка чирикнула мне на ушко, что он не застраховал товар, и если все уничтожить, он разорен. Конец соперничеству. Сделайте это, и я вас обязательно отблагодарю. Да? Была бы это моя машина, давно уже приехали бы. Саботаж, что ли, там поджечь или что-то надо? А у меня поджигателя нет, ну. Все отлично, Кэп. Там я еще какую-то, по-моему, точку одну не захватил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ай-яй-яй. Свидетеля еще на себя скинул. А, ну это у меня же в хате. На моей блокхате. Шеф, будут проблемы. Чуть дяди. Че недоступно-то, лол? Где же та гусь, если не недоступна? Это что это такое вообще? Что за дела-то? Показалось. Ты че? Сейчас ты. Вот тут. В темноте им нас не видно. Сука. Гандон. Короче, это у нас точку отжали, видимо, которую. Вот это прикол, конечно. Так, подожди-ка. У нас этот живой там. Так, друган, погнали, короче, сюда. Да. Подрывай нахрен. Взрывай. Это говно, давай. Тут тебе не футбол. Подвинься. Сколько же идиотов на YouTube? В каком плане что-то на YouTube не так? Время у нас есть, но стоит все же поторопиться. Есть! Будет взрыв! Кто-то, возможно, из этих потом, наверное, из моей семьи может получить доступ. Получить доступ можно ко всему к этому и стать, наверное. Да, это не моя точка, кстати, уже. Ее как раз смандили мне. Пойдем, и идиота вольнем заодно и со мной. Захватим точку заново.
Он получил по заслугам. А там миссия сбилась, у меня где-то диод был, короче, я понял. Блять. Будь рядом, понял? Я тебя прикрою. Твою-то мать. Мышка вырубилась. Сука, мышка вырубилась. Пошел! Влепил между глаз. А им хромает. Туда! Блин, мышка вырубается, сука. Чпуньк. Все, опять вырубилась мышка. Что же она так жестко глючит? Ох, шалавка, шалавка. Зря ты опять отдалась там. Что такое? Не наставляй это на меня! Ради всего святого, нет! А это, слушай, это интересно выглядит, когда я заново отбиваю точку или нет? Солнышко, я тебе так скажу. Твой бордель стоит на моей территории. Это значит, что я имею с него долю, ясно? Ладно. Хочешь мое заведение, забирай, оно твое. Так, вы и ваши бойцы смогут наносить больше повреждений в ближнем бою. Это хорошо, проституцию мы там это самое прокачали. Дублинского стабильно не хватает. Рада встрече. Доминик, мы разжились монополией. Так вот, блин, а подрывник опять же нахрен и медик, их брать можно? Да? Нет. Все, у меня появилась, у меня открылась возможность взять еще одного этого самого. Ты нам нужен. Не упускай из рук появилась. Нам надо пошариться по домам. Иди сюда, братан, я тебя давно искал. Нам не нужны люди. Как раз. Не нужны? Как не нужны? Только что было свободно. Твою мать, вот наверху это свои шли были? Смотри, вот можно взять вот этого, получается. Что за дела? Во, видишь? Все, я свободен? Нет, держись рядом. Это свои, короче, я понял, братаны. Я скоро освобождаюсь. Сука, когда их можно будет брать? Оплата охране вообще там огромнейшая. Мы ни шиша не имеем, блин, с этого. Так, так внутри где-то этот мудень есть, который мы миссию не закончили. Где-то красным, который должен помечен быть. Что ты думаешь, что это за бабло? Похоже, что-то стряслось. Вам помочь? Есть дело, мокрое. Так что нужен профи. Можешь мне уделить немного своих талантов? Не волнуйтесь, рассчитывайте на меня. Инспектор по условно-досрочному прослышал о паре моих шалостей и теперь хочет упечь меня обратно за решетку. Надо кончить его, пока он не сдал отчет. Ты же был мента там внутри, вольнуть? Понимаешь? Я не хочу обратно. Мента вольнуть? Ты еще жесткий? Да. Ну давай, попробуем. Да, 3000 баксов, 3000 баксов, это, конечно, всегда хорошо. Потому что мента вальнуть, это такое дело, как бы. Опасности. Так, ну что там, пойдем. Точку захватили заново.
Такси, такси, вези, вези. Тут есть получше тачка? А это то говно, лучше такси. Да нахрена мне такси? Да я вылазить хочу. Вот, помощнее, помощнее будет тачка. Ладно. Посмотри, две красных точки, блядь, чё за... Где, твою мать, этот чувак? Через центральный вход можно зайти? Где я этот... Еще вполне смогу водить. Похоже, что-то стряслось. Давай, его это возьмем. Конечно. Меня достала одна девица. Нужно, чтобы кто-то объяснил ей, что это нехорошо. Поможешь? Лады. Что за работа? Боссу приглянулась студенточка из канцелярии, а меня он уволил. Думаю, ей стоит окончить школу красоты, прежде чем играть со взрослыми. Сделай так, чтобы она явилась на работу с поломанным носом и фингалами. Добро. Сбень. Короче, надо... Развлечься, не... Ты запомнил имя той девчонки? Это на выход? Это на выход. А нам где-то внутри красный, где-то здесь был. Где тут может... Давай еще задание. Что происходит? Помощь не нужна. Набираем. Да, доказать. Но только чтобы между нами. Нужно, чтобы этот человек исчез. Если умеешь хранить тайну, будет замечательно. По рукам? Я могу помочь. В чем проблема? Инспектор по условно-досрочному прослышал, да что я везде выезжал эти... за город поиграть. И теперь хочет упечь меня обратно за решетку. Надо кончить его, пока он не сдал отчет. Ты же был там внутри, понимаешь? Может, сразу тут один инспектор на двоих этих? Да. Если один инспектор на двоих, это вообще Привет. Отлично. Tutto bene? Нет, ты нужен. У вас проблемы? Могу я чем-то помочь? Почему бы и нет? Вообще, я и мухи не обижу, но есть один тип, которому неплохо было бы преподать урок. Но я хрупкая, слабая женщина, поэтому нужны вы. Поможете? Хорошо. Давай, рассказывай. Что делать? Мой бывший парень недавно вышел из тюрьмы и названивает мне круглые сутки. Познакомьте его со здравым смыслом. Кулаками. Поверьте, вы не прогадаете. Добро. Тут где-то было... О. Мой взгляд выдает опытного мужчину. Ты иди, шли отсюда. У вас проблемы? Могу я чем-то помочь? Сбитый, управляться умеешь? Нужно заново оформить один интерьер, и ты вроде неплохой дизайнер. Принимаешь заказ? Да. Выбудьте саботаж. Ты выглядишь шикарно. На 3000. Как всегда. Это поджигать надо. Ядрить я заказов не понабирал. Недоступно. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я над златым чахнет. Мама любит мюзиклы. Я маменьке родной, чтобы спокойно поспать. С последним приветом. Зачем там? Спешу. Да надо, да, пойдем через главный вход, что мы здесь-то забудем. Так в итоге что за херня-то получается, как бы? Где-то здесь красный помечен, а где он может, мать твою, прятаться? Этот долбоящер. Посмотри, он красным помечен, внутри здания, но я его найти не могу. Я заказов понабирал. Просто. Где-то саботаж устроить, где-то еще что-то. Где, блин? Это чмо. Которого надо откоммунить здесь. Смотри, он просто непонятно где. Он внутри здания где-то, но он не помечен у меня. Так. Заходишь в здание и все. И он больше не показан. А новых заказов я не хочу. Где? Че, мочить всех подряд? Недоступно. Тут пустой. Запрыгиваем! Как дела? Смотрит. Короче, каждому пытаться вломить и кому прилетят щи. И это текила? Я не буду ничего делать.
что такое? Так, значит, ты. На тебе! Дерись! Свидетели? Ух, и с вами свидетели. Ты чё с... вальнули. Ну где этот может быть? Пощадите меня. Мне это снится. Ладно, оставайся. Чё за хрень? Где этот может быть вообще этот чувак? Что я сделала? Да ничего ты не сделала. Этот чувак где-то здесь, но я его не могу увидеть. Прикол какой-то, короче. Сейчас менты понаедут еще. Свидетель долбанный. Так, ладно, погнали отсюда. На другие точки. Куда ты бежишь-то? Копы, как не вовремя. Вообще насрать, они тупые, как пробки. В этой игре. Где саботаж устроить, а где избить кого-то? Не... Блин. Понабирал миссии, где саботаж делать, а никого убить, нигде ничего не понятно. Ну ладно. Ну, тут, как я понимаю, нужно устроить саботаж в своей хате? Нет, наверное, нужно избить. Что вот у него? Стрянь, прячься! Пригнись! Еще один! Так, что тут? Если вам что-то нужно, я слушаю. Да, чувствую, что ты выпускаешь своих собачек погулять. Я знаю одного парня, которому нужно преподать урок. Как тебе? Давай, расскажи. Конечно. Опиши ситуацию. Я одолжил Шурину штуку баксов, а через месяц он заявляет, что ничего не помнит об этом. Мне уже плевать на деньги, но хорошо бы ему пришло больничных счетов на штуку. Намек понятен? Да-да-да, нормально. Добро. Изи вообще, бро. Так, Бобёха. Что происходит? Помощь не нужна? Нужна помощь человека, способного управляться с бензином. Устроить пожар. Что не, скажешь? Не, пожар, конечно, это жестко там. Да. Давай, похрен, все берем. Так, Эдж, подружка. Мужу очень Крошка, что такое? Может тебе помочь? Ага. Мне нужно забрать кое-у-кого одну вещь. Это не воровство, ведь сначала ее украли у меня. Поможешь? Лады. Что за работа? Мне сообщили о папке с секретными материалами. На крыше? Да как на крыше там достанешь? Для тебя ничего интересного. Документы в основном. Выкради их. Если чуть позже газеты напишут о скандале, гордись, ты тоже в этом замешан. Западет, давай, там, чё, красть кого убивать, как хрен разница, так ты... Я видел тебя. Похоже, тебе нужна помощь. Прямо скажу. Нужно прикончить одну дамочку. Все кого-то кокнуть. Убить надо, но это вообще ты не помешанный город. Ты вроде не боишься город. Таких слов. Поговорим? Я могу помочь. Давай. В чем проблема? Жизнь полна гадких сюрпризов. Моя сестра, оказывается, спала с моим мужем. Вот этот поворот. Кому-то из них придется исчезнуть. Но пусть говорят. Дети у нас. Так что прощай, сестра. Я все равно ее с нормально. Пяти лет ненавижу. Да. Сестру там заказывают, как в норме вещей. Так, кстати, они друг другу заказывают. Смотри, где вообще что-то вот красным горит. Видимо, внутри помещения, если там можно, конечно. Нет, оно что-то перемещается. А, ну вот, привет. Нашли, это я вломил. Что тебе? Нормально, они там заказывают через дорогу людей просто. Там, смотри, сразу два помчали. Вы чё так перемещаетесь шустро? Лошен, тропа, так, кого? Мужика ведь, да? Привет. Черт, все сюда! Блять, менты, пидорас побежал. Ты смеешь называть меня красным? Я воевал, черт тебя подери. Эй, ты, стоять! Кавалерий! Он недостоин. Ах ты, итальянский! Блять.
Да, блядь, не такой. Буду нужен, сообщи. Свидетель, да хуя валить надо отсюда. Ох, ядрит твою мать-то! Где моя хата? На ровном месте, ёпта. Пошли вы все сраку. Это не моя хата! Где моя хата? Блин, где моя хата? Серьезно? Ух ты же, твою же мать. Все, пошли все в сраку, я сейвился. Все, забота не волнует. Нормально, я так говорю, сейчас 10 минут, я приду. Давай на всякий случай сохранимся. Не, серьезно, где тот чел, которого заказали, и внутри здания он уже не показывает его на радаре. Обычно все время показывает такое вообще. Пойдем хоть сделаем маленько денежку, стрясем, там прокачаем своих пацанов. Мне нужен медвежатник для многих целей, в принципе, я понимаю, так, ну где он? А, Шалава, что ли? Привет, Шалава. Дай дорогу. Запрыгиваем. Ага, точно, душить на пробел. Чё тебе надо, чёрт? Что за вид? Какие-то проблемы? Как насчет проучить кого-нибудь? Я знаю парня, которого надо поставить на место. Что скажешь? Добро. Давай сразу. Избиение полтора куска. Чё тупишь, пацан? Я видел тебя. Похоже, тебе нужна помощь. Да, если под помощью ты понимаешь убийство. Но это женщина, ты не против? Да. Пойдет. Почему каждый раз, как мы идем в бар, на нас виснут эти старые шлюхи? Помоложе никого нет. В смысле, я-то молодой? Мы выбрались из пекла, и не надо пока туда соваться. Слышу, ехали. Давай, душа, молча. Берись. Скоро перестану. Невозможно эту услугу, нет условий убийства. Что-то нам с ней надо было сделать, что ли? Я что-то не так сделал. Вот хреново, что я заказов понахватал, ну ладно. Тише! Дом, мы не одни. Так, ну и что здесь? Внутри, что ли? И кто, думаешь, вы? Так, ну это вроде мое это, да. Эй, детка, а что у тебя под этим надето? Сейчас для тебя нет места. Попробуй позже. Кажется, вам нужна помощь. Да, одна женщина предала меня. Я не могу ей этого простить. Я хочу, чтобы она умерла. Конечно, я в долгу не останусь. Да. Tiene los ojos más hermosos, ¿no? Я все тебе отдал. Чего еще надо от меня? Денег, что еще? На тебе. Смотри, что охреневший мент какой, смотри просто. Большая ошибка. Завис, ублюдок. Нормально, да? Отхреначили просто. Как я тебе? Работают, однако, работают.
Вот опять же, где он вообще? Вот черт его знает. Сюда нельзя. Где вот тот человек, которого нужно шлепнуть? Так, это, по-моему, тоже наше это. Где-то тут кого-то надо вальнуть. Да. Ты тут приберешься наконец. Чувак. Когда появится вакансия, я вернусь за тобой. Толстый. Позже. Короче, понятно. Хочешь рассказать о своих талантах? Я все знаю о взрывчатке, о том, ну, что бабахает. Иногда без этого никак. Сам понимаешь. Как расширить семью? Так, Баблинского до хрена. Стоп. Давай качать возможности, во-первых, этого. Семейные... Мышка вырубилась. Лол. Да врубись ты, сраная мышка. Сука, она вырубилась. Надо перевоткнуть. Ага. Так, семью не трогать пока. Душить я понял как. Семья. Улучшать мы его хотели. Че так много? Как же все оказывается это самое жесткое вообще там. Спец по запугиванию, ближний бой, стрелок, ускоренное обучение, внесет восстановление. Мы хотим вот из него оружие. А, ну это покупать типа надо. 400. Слушай, как дорого доп. Что такое доп? Эксперт. Лицензия. Что такое? Лучший игрок, взломщик сейфов. Это что вот это? А, или это наличие человек, что ли? Да нет. А, вот так вот, значит, да? То есть, если я хочу его хлопнуть, то, короче, печать смерти я могу. И форму его менять. Во, нормально. Прикидики поменяли. Короче, если мне будет нужен кто-то другой, я могу просто взять. Да ладно, мы только что хлопнули. Вот дрянь, полиция. Запрыгиваем. Достаю, да. Полезешь ты? Думай о хорошем. О хорошем. Вон он! Офицер! Вон он! Да все, релакс, офицер. Бежим отсюда! Хрена себе. А чё, я не могу взять? Блин. Выходи из машины и останешься цел! Замочил, гада! Вот и мигалка, рвём когти! Ядрить, колотить! ХП! Ещё один! Мне бы сейчас до дому, до хаты бы. Пиздец, котувайски, блядь. Нихера вообще на ровном месте просто. Черт, все сюда.
все, отыбись, моя черешня. С нихера на ровном месте вообще задушил девку просто. Это свидетели так, чтобы при этом со мной помогли, так сказать. Я вот даже не знаю, кто мне сейчас больше нужен, медвежатник или еще кто-то. Машины коллекционируешь, наверное. В каком что, смысле? Больше негде стоять? Отличный был обед. Еда у них... Тебе это так не пойдет. Сообщи, когда понадобимся. Сообщи, когда понадобимся. Поехали, короче. А, мы можем он выдать. Ладно, пускай обстоит тут точка. Так, чувак, где-то внутри. Вот где-то здесь. А, собственно, вот. Убить женщин. Убить женщину, да. Бежим. Еще один. Так, мы у тебя все взяли, что могли уже, да? Так, здесь выходить нельзя. Людей здесь нанимать нельзя. Вот эти сразу вскрывают нахрен сейфы и тырят деньги. Я не помню, сколько из них дают. Может, мне кого-нибудь заказать из своих, наверное, метку поставить. Копам свои же. Из своей семьи. Чё, кстати, такое? Он вооружен, бежим! Уфок с нами не сделал. Тут что-нибудь есть интересное? Только стекло зря разбил. Смотри, сколько с ключами человек появилось сразу. В ряд два человека. Но пока нам не до этого. В аэропорту где-то, что ли? Твою же. Да ладно, уже сзади. Я, кстати, первый раз здесь, в этом аэропорту. Где это чудо вообще? Сюда можешь как-то заехать? Ой, капец. Ладно, погнали так. Души долго, по-моему, блядь, и небеззвучно. Давай возьмем миссию сначала. Детка, что с тобой? Тебя миссию возьмем обидел? И отъебашим. Буду краткой. Ничего особенного. Кража. Надеюсь, ты на мгновение забудешь о законах и поможешь? Да. Прости. Запрыгивай! Хватит! Перестань! Видишь его? Давай туда! Нет условий убийства. Видимо, что-то неправильно сделал. Его, возможно, надо было что-то с ним другое сделать, а деньги не получил. Зря отмудохал как человек. Кажется, мы выехали из их района. Они сюда не сунутся. Блин, тут точно крыша есть, прикинь. То есть теоретически его может быть на крыше. Но на некоторых, ладно, помещениях прям реально видно, что крыша. Но это что-то усложняет, конечно. Сука, неужели ты на крыше? Ну точно, там есть, значит, крыша. В том я не видел крышу, но здесь я видел лестницу на крышу. Погнали. Дереволаз хрена. Так, братюнь, где ты? А, это дебильные пути кривые. Там что-то тут, там, сям. Везде что-то обходить где-то. Нет, не здесь. А, нет, тут второй вход на крышу, по-моему, есть. Да нет. Опять же, подрывник сраный. Блять, как там путь какой-то был на крышу какой-то, я точно помню. В обход здания, что ли, как-то. Так нет, тут одна единственная крыша, что за прикол? Хотя вот есть какой-то проход. Капец. Еще есть лестница около дома?
Ну там типа как вроде как спереди здания, окей. Но где тут нахрен? Соседняя крыша? Нет, вроде как здесь, но... Мне где? Везет. Давай поднимемся с этой крыши, чекнем. Расскажи, как ты ее завалил, а? Что-то хрень какая-то, если честно. Где, блин, этот дурачок может быть? Посмотри. Реально ничего не видно же отсюда. Такая дурь вообще. Внутрь здания заходишь, его там нет. Кажется, мне наконец повезло. Представляешь? Купил импортную машину. Дороги, мой красавец обгонит ее за... Ну тут куда он мог? Зашел в здание, все, не показывает. Единственный пути в здание, сейчас даю ориентироваться по карте. Здесь закрыто. Там закрыто. И остается только подъем наверх с короткими путями. Вот один как бы кабинет, и крыша не нарисована. И второй кабинет. Все, больше ходов нет. Каких тут крыш тоже нет. Да и такое. Конечно, все в силе. Я плачу. Я не буду ничего делать. Что за, блин, трэш вообще, а? Вот крыша. Больше ничего нет. Улица, крыша, все. Где это чудо может быть в перьях? Капец, ёпт. И чё я сюда приехал? Как интересно отменить эту долбанную миссию, блин. Может, я не туда пришел, конечно, не знаю. Никто ничего не знает. Как вот такая вот хрень вообще может быть, в принципе? С чем я сейчас столкнулся? Интересный вариант. Мы здесь поднимались? По-моему, нет. Эта крыша ведет не на ту ли крышу, которую надо? Потому что тут она очень... Нет. Хотя... Там перехода на здание нет. Я что-то буду блуждаю вообще бестолковое, я смотрю. Нет, все под потолок, похоже, предел этой крыши. Но врага я своего так и не вижу. Это что там горит? Надо двигать дальше. Боже, тут много оружия. Мада. Я видел движуху там. Оружие это до хренища, кстати. Капец. Давай, шкари. Сколько я мучаюсь с одной дебильной хренью, которая мне вообще по факту там дает гроши какие-то голимые. Этих денег не хватает вообще практически ни на что, ни на какую прокачку. Вот тоже, это что, где он там вообще? Кстати, это мое заведение, интересно или нет, вот это вот, которое я сейчас. Ты что, бортуешься? Прошу, не меня. Релакс, беба. Банкоматы. Ой, банкоматы, эти игровые автоматы. Мадам. Простите, вы помоечный
Красную машину мы покупать не будем. Он ненормальный, как он говорит, эстеблишмент. А, вот. Зря, короче, бегу. Город. Интересно. Эй, у тебя соринка в глазу. О! Нам не нужны люди. В другой раз. Так, подожди, короче, давай это... Делаем так. Так, пацаны, кто будет его валить? Рассказывайте. Если кто появится, я крикну совой. Или я сам могу его валить? Чёрт, все сюда! Дайте я его! Так, братан, вот ты теперь нам нужен. Ты когда-нибудь был в семье? Ты знаешь, что такое уважение? Нанять хочешь? Давай поговорим. Это ты мне, а? Принят. Добро пожаловать в семью. Так, ну чё, тебе прикидосик, короче, делаем другой, братан, а то ты чё-то какой-то вообще там ни о чём. Марио, блядь. Не, вот предыдущий костюм прям на медвежатника вообще нормально похож. Некоторые прикиды вообще рофл просто. Пойдет, пускай в зеленых будет самый заметный зато. Так, тебя, братюня, улучшать будем, где сможем. Чтобы он самостоятельно хоть что-нибудь мог делать. Ну что, поехали по злачным своим же местам. Сейчас половина. Так, значит, здесь у нас есть ли здесь сейфы? Надо взять. Оп, братюня, братин, давай, новенький. Пошел. Да, ну сюда! Какого? Не того нанял, блядь. Так, не перепутать. Придется валить сразу. Ты какого хрена медик-то? Двинули. Так, главное не того. Ага. Братюня. Дерись. Тут еще один. Он даже не понял, что его взяли сразу и вальнули. Нормально. Ты не обострешься после этого, нет? Мне нужен надежный человек, который не прочь подзаработать. Доминик, рад познакомиться. Что ты хотел обо мне знать? Ты нанимаешь меня? Поработаю с радостью. Ты мне нравишься. Берем. Добро пожаловать. Так, где там? Вот этого пацана. Что-нибудь надо яркое, чтобы у него было. Красных штанах. Пойдет. Значит так, где у нас вот этот... Пойдем. Сюда. Тебе интересно, что за дверь номер один? Нет проблем, откроем. Давай, взломай. Хорошо, этот не совсем ржавый. Подвале, да хз, там динамитом взорвешься нахрен. Уйди. Косарь только скромно что-то. Какой-то отменили какую-то этот миссию, у меня отменилась. Значит так, теперь все помещения, которые свободные,
Ну, вернее, мои, которые заняты мной. И тут, в принципе, как бы... Вон, пошел! Давай, чеши. Бегу, босс. Нет, сейчас вот, наверное, надо... Ну ладно, вокруг обкатим их кресло. Я потом этих будем... Сейчас доделаем хоть малевку, вот, вот это вот дерьмо все, и красной точкой разберем маленько, и потом кильнем босса. Или в следующий раз будем убивать этих, как называют, помощников, короче. Так, тут, короче, надо и обчистить. Так, иди сюда, братюня. За мной! Открывай давай. Да, эти сейфы легко вскрыл. Почти уже. Черт, сложный попался. Ему конец, босс. Косарю всего лишь. Что-то на втором этаже есть что-нибудь интересное. Ты раньше целовалась с девушкой? Так, тут, короче, у нас есть пожар, ну, это поджигатель, короче, понятно, ладно. Это нам не надо. Говоришь, подвальное помещение, которое взрывать можно. Блять, подрывник нужен тогда, когда его нет просто, это рофл. Это вот закон подлости, реально. Пускай хрен с ним, я медик оставлю себе, он не нужен. Просто если я эту ебану стену, по-моему, просто тут все развалится. FM-радио такой чистый звук. Веди, босс. Поехали направо. Так, заведенница где-то у меня. Вот она, заведенница. Пойдем, там тоже по-любому банкоматы есть. Ой, эти банкоматы. Сейфы. Хочу, чтобы нас накрыли. Вскрой замок. Кэп, тебе интересно, что за дверью номер один? Ой, сейчас, секунду. Нет, хорошо. Этот не совсем ржавый. Везде только косарь дают. Итак, где-то за стенкой здесь красная точка. Это еще один наш пассажир. Это не наше, что ли, здание? Или что это? Наш задний двор. Вечером отдохну. Так, это наши. А! Что не день, то штука баксов. Ты умеешь делать дела, Дол. Пойдем тут тоже очистим. Держимся вместе! Да, эти сейфы легко вскрываются. И не скрываешь, или что ты там? Ясно. Почти уже. Черт, сложный попался. Хочешь меня сфотографировать? Тебе? У меня есть все, что тебе нужно, мучачо. Мучачо! Караул, крошка. Если я скажу, да, что у тебя прелестное тело, сольемся ли мы в экстазе? Скорее ад замерзнет, чем я с тобой пойду, Чико. Давай деньги. Пойдем. Танцуй для меня, сладкая. Хороший скотч. Эти скотч. Эй, красавец, кого ищем? Точно. Никого. Иди, короче, как. Я не знаю, не играл ни разу в эту игру, просто предложил вот эти красные вентили есть на заводе твоем. А, ну короче, это знаешь для чего не нужно? Чтобы бунт устраивать. То есть, если это предприятие не твое, ты можешь заслать человека, который возьмет просто и подорвет хрен. Ну, короче, устроит пожар. Давай, шеф, посмотрим на что. Взорвет что-то или еще что-то сделает там и так далее. То есть, в общем, такая вот история. Их надо еще от них отказываться, от некоторых миссий, потому что здесь мы, по-моему, были, мы вокруг обкатывались и не понимали, что к чему, короче, да. Внутри здания, когда заходишь, ни хрена же не понятно. Давай побыстрее. Сколько тут их, а? Так, на втором этаже у девки. А вот это почему-то закрыто.
Ей не открывается, ну вообще. Да иди шли сюда, ты сейчас это мочканул. Патроны все есть. ХП есть. Паровоз не исключите. Вон там. Колеса. Будь рядом, понял? Я могу открыть сейф, шеф. На это давай. Нужно время, но открыть последний сделка фиксатор. Сделка в силе. Готово. Но в ваших интересах не нарушать правила игры. Да, понял, я понял. У тебя нормально все под охраной там стоит, да? Сколько у тебя там? Саботаж есть. Вот это. А, вот есть отменить задание. Это мне нужно... Мне... Понял. А, саботаж это нужно поджигать. Сука, свое же поджигать имущество. Лол, что ли? Ну, пойдем, чё. А у меня... Ладно. Мы не можем вечно сидеть. Чё, тихо. Провалили задание, короче, у себя же все зажгли. Так, значит, семья. Улучшать будем тебя, братюня. Да. ВС-2. С трех денег не хватает, не хватает. Не хватает, не хватает. В общем, надо денег копить еще уйму просто. Так, все сейфы поломали. Нам... Куда ты катишься, мент? Да, частное владение. Да, срал я на этих полисменов. Это вообще наше, как бы, заведение. Эй, увидимся. Теперь я сообразил, в общем-то, надо, наверное, прочитать, что нужно сделать, как я понимаю, внутри. На... То есть, вот, допустим, вовнутрь я зашел, посмотрел, ничего не увидел, и нужно прочитать вот здесь вот. Саботаж. Возьмите с собой людей и разнесите в щепки, используйте оружие ближнего боя, нанесите как можно больше урон. Короче, в своем же магазине придется делать трэш, витрину ломать. Где там? Да где какая-нибудь палка? Доминик, я за тебя кровошу рою. Все. Давай возьмем еще миссии, что-то скучно. Если вам что-то нужно, я слушаю. Да, у меня чувство, будто выпускаешь своих собачек погулять. Я знаю парня, которому нужно преподать урок. Как тебе? Добро. Ну, выполнить избиение, убийство, я понял. Короче, людей, которые как-либо отмечены, кому там еще за бабло надо? Что происходит? Помощь не нужна? Ты пробовал отбивать крупный кусок мяса? Мне нужно смягчить одного типа. Есть желание? Да, давай. Да. Пора мне уйти, да, Кэп? Нет, пробуй вот здесь. Оставайся здесь. 97.3. Конечно, забавно саботаж у себя устраивать в заведении. Да. Анекдот, конечно. А, чё? Кто-то бежит. Смотри, что-то вот здесь красная такая точка. Вот. Алёшенька! Алёша! Алёша! Ты снимал, блин, бежать. Вот он! Прошу, не надо! Нужно было остаться в школе, кретин. Чё? Тьфу, ебать. С тех пор все отлично. Спасибо. Вон из машины! Быстро! А, это не моя, что ли? Сори. Да садись давай, алло. Хрен его. Парковщики. Господи. Бегом. Смотри на дорогу, баран несчастный. Мы выбрались из пекла. И не надо потом туда сматься.
Это он мне так типа адресовал баранги к своей дороге. Что-то я неправильно сделал с тем челиком, короче. А сейф открыт. Ты чего боишься, бро? Кажется, вам нужна помощь. У меня как раз есть дельца. Саботаж. Разнести одно заведение. Опять саботаж. В щепки разнести. Как ты смотришь на это? Добро. Так, а теперь нам... Где мы сейчас находимся-то раз? Вот здесь вот. Взрыв нужно устроить. 10 косых? Так мне придется увольнять этого или... Бля, у меня этого человека нет. Ну, за 10 косых, конечно, неплохо было петарду бы заложить. Это вряд ли поможет, но попробуем. Держимся вместе. Нет, не поможет. За что вы вообще его шлепнули-то? Короче, что-то вот за взрывом надо отменять, потому что у нас это там... Блин, вот эти ебаные... Мне это снится. Так, отменять задание надо. 10 кусков там потеряем еще. 5000, короче, используем медвежатник, избиение и саботаж еще один. Погнали, короче, давай сейчас быстроляну все сделаем. Да идите там, блин, взяли ментов сам за мной привезли. Они там валят. Все, пошли в жопу. Бля, я тут при чем? Больные люди. Эти ко мне сели, помощники мои. Они до этого засветились еще. Типа как бы нельзя. Так, здесь, значит, у нас... что у нас? Кого-то увольнуть, наверное, просто так и поджечь. Так, стоп. Красными две горят. Одного избить внутри, наверное, да. Одного избить и что-то сделать надо будет еще здесь. И здесь, по-моему, мы сейф не взламывали, если он тут есть. А сейф... Сука, где тут человек? Ладно, погнали, поднимаемся на второй этаж. Человек где-то здесь, судя по всему. Патрон у нас есть. Вот так так. Что нам с ним надо сделать с этим чуваком? Избиение. Полтора куска всего лишь. Ну давай. Я все сделаю. Не бей. Кеврор. Кеврор. Ломай! Кэп, тебе интересно, что за дверью номер один? Нет проблем, открой. Почти уже. Черт, сложный попался. Давай взламываем. Мне это снится. 5 кусков, это приятно. А, так это же это миссия еще, лол. Это как бы я свой кусок смандил, как бы, и еще миссию сделал. Два в одном, короче. Грабанул сейф, там чья-то миссия была, ну, то есть... выполнил задание там, потому что типа документы какие-то, по-моему, были в этом шкафчике в этом. Ты чё тут тусуешься? Блин, я эти все потерял. Наши шатанул. Так, а чё, наша тачка? Отличная тачка. Жаль, мне нужна. Смотри, сколько людей там готовых за инфу просто отработать. Ну, вернее, за деньги и за информацию полученную готовы, так сказать, все сделать. Твою мать, вдребезги. Свои заведения. В принципе, медвежатник он только вот что мне дает. А замки вскрывать, чтобы выполнить вот эти вот миссии. Значит, сейчас посмотрим, что тут еще нужно сделать. Так.
спасибо за 100 баксов, пацаны. 15 кусков у нас скопилось. В общем, здесь что у нас условия? Саботаж. Возьмите с собой лидер, щепки, короче, я понял. Понял. Благодарность. Благодарность — это информация. Взамен. Блять, что? Да не поджог же сделать, это неправильно. Твою же мать. У меня дабл-клик сработал просто. Значит так, давай, короче, метку смерти. Свою сейчас сначала семью попробуем прокачать еще челика. Денег пока не хватает, значит, да. На нас вроде никто не нападает. Мы вот нам, после нам всех улучшений мы можем к себе, наверное, его ближе пододвигать, как я понимаю. Розатта. Кого там? Не знаю. Ограбил банк в Мидауне, когда ему было 16, с тех пор бегаю. Сбросьте его в реку из Травер. Удавите гада. Давай. Печать смерти. Поехали за ним, за клиентом. Ты чё? Запрыгиваем! А тут, в принципе, недалеко ехать, вообще, смотрю. Налево там подойти и задушить его. Это, по-моему, просто достаточно будет. Главное, чтобы со мной мои отморозки не пришли, а то шмалять начну сейчас, как упоры. Черт, он прямо тут! Забежал, он только успел сказать, тут прямо тут и все. Все слишком хорошо. Франклин Креди, Кармина, Розатта, боец уничтожен. Хорошо. Что с этим сделать? Сбейте его машиной. Да давай, погнали, короче, за ним. Машина у нас, в принципе, рядом стоит. Будем валить. Пошло, шеф. Мы тут не одни. Что у нас? Может, какая-нибудь хреновина есть интересная здесь за углами? Какие-нибудь секретные там? Нет, ничего интересного. Что за, блядь? Тебе что надо, Слышишь, тебе что надо-то, Тебе что надо? Бегает он тут за мной еще. Охренеть просто. А то кидается там, я не знаю. Окей, адьюс. Давай, один, машина полегче будет. Нам сбить надо будет пассажира. Опа, надо. Где-то он там в подворотнях, иди его сбей еще. И как я его должен сбить тут в таком узком пространстве? Интересно. Интересно, что сделает Кармина? От него ничего не слышно. Ты не хочешь на меня загреться? Ты чего творишь? Ай, ай! На этот раз, связавшись с тобой, Кармина Розатто крепко влип. Связавшись с нами. Закрыл такой на себя. Так, последнего нам утопить в реке надо, что ли? Сбросить его в реку, да, это вроде тоже достаточно нормально. Отличная работа. Запрыгиваем. Снайпер, в укрытие. Что-то там вижу, он блестит. Сейчас посмотрим. Там снайпер какой-то болтом на него вложил. Палок до хрена, короче. Надо его схватить за шею и дотащить, короче, до воды, где я понял, будет. Тут еще один. Кто один? Снайпер, что ли? А, ну он вообще-то, в принципе, находится рядом с водой, так что там. На телефон говорит следующим контактом. Да пойдем сначала хлопнем его. А, да вот он. Ah!
и улетел. Так, значит, что с этим делать пассажиром? Убейте его выстрелом из пистолета. Да мы сейчас всю семью разъебем сразу, чудо. Че теряться-то? О, черт, запрыгиваем! Ты че кидаешься? Вообще, смотри, охреневший. Мышка опять отключаться начала. Стоп. Пистолет. Надо банк попробовать ограбить. Разочек засейвится и попробовать ограбить банк. Посмотрите, сколько шума будет. Около, если грабить банк, сколько денег и сколько шума будет. Так, где этот... с пистолета его больной? Где тут вообще? Как туда попасть, где он находится? Это через дворы? Это явно не на машине. Или вот здесь заезде какой-то есть. По-моему, это будет достаточно проблематично, кстати. Это телефон. Ну, давай О, поговорим. Это Доминик? Да, кто это? Кармина Розато. Кармина? Слушай, я извиняюсь за тот налет. Парни у меня горячие, а совсем не уследишь. Лучше бы вправили им мозги. Да, понимаю. Доминик, я хочу мира. Может, договоримся? Да, слушаю. Только не по телефону. Встретимся в таверне у Ричи. Сядем, спокойно поговорим. Да мы только хотели валить, а ты тут. Нет уж, пойдем сначала твоего этого пахана вольнем, а потом уж там разберемся дальше. Черту некогда. Блять, сейчас тут будет соперников, по-моему, море. Где-то волшебное чудо, которое нужно хлопнуть. Вы вообще по кому стреляете, Алёша? Блять. Трика спрей. Кто меня прикрывает? Что-то хуёвое прикрытие. Он тут вообще при чем? Так главного пассажира это. Главного пассажира надо вальнуть с пистолета в башку. Блять, где ты стреляешь? Я вижу его. Я предупреждал. Больно, наверное. Как и новая наковка. Там, выше. Снайпер. Убийца. Есть. Очень близко. Так, да. А где наш клиент? Есть тут кто? Бери пушку. Кто следующий, а? Лол. Какого хера не дабл? Голову. Давай. Ну? Блять. Мы чё, миссию не сделали, что ли? Или мы типа хотели по-хорошему с миром разойтись?
перепрыгнуть. Ёпта! С кем вы там воюете? Кто меня прикрывал? И чё, мы его зря валили, что ли? Слушай, если мы вниз сюда сдадим, мы не сдохнем, да? А, то нельзя вообще. Нормально. И хрен ли мы сюда, блин, пёрлись? Собственно, вопрос. Чё, ей перепрыгнуть? Если Розата просит перемирия, это стоит обсудить. Иди ты в сраку, советник хренов, блин. То есть мы сначала валим его родственничка, а потом перемирие. Вообще отлично просто. И, судя по всему, миссия расширенная обзор Дона, дерево, Розата. Блять, мы его типа неправильно убили. То есть, смотри, мы его уничтожили семью. Так... Короче, мы сделали все правильно. Вальнули его с пистолета, как положено. Но так как миссия у нас другая была, поговорить с тем этим, мы его зря ебнули. Так вот получается. Нормально вообще. Просто жмочат нещадно. Да, нам бы тут сейчас вот этого сварщика бы, конечно, сюда не помешало бы. А так теперь бежать вокруг. Я еще, не дай бог, сейчас поверху придется лезть через все этажи, чтобы вернуться и там пройти. Надеюсь, нормальный человеческий обход есть тут. Давай валы набираем. И поехали к этому Розату. А нахрена он согласился вообще это? Реально, нахрена он согласился? Что там, подожди, там что-то красненькое горело. Кармина Розата с оливковой ветвью? Что-то тут не так. Нет, я ему верю. Не надо он было слаб. Всех убивать. Никто ему не поможет. Ему нужно перемирие. С дороги. Да. Сейчас дотрандишься, с дороги там еще. Странный звук у мотора, слышишь? Хорошо, что машина не моя. А это же мое заведение, Алёша. А что плохого в мини-юбках, я не понимаю. Ну давай. Я думал, что ты уже здесь. А я не виноват. Таксист высадил меня не на том углу. Ладно, пошли. Мафиози высадил таксиста на том углу. Бонжорно, господа. Это что? Это сотенное, залог мира. Ричи, принеси выпить. Суешь нам деньги, Кармина? Хочешь нас обидеть? Прости, такие правила. Мы все очень рады твоему решению о мире. Ты не пожалеешь. Эй, где напитки? Какое перемирие без тоста, а? Че, пиздулятор вставят им? Опа. Ну точно. Давайте. Помирились, называется. Эй, Рич, ты открыт или как? Кармина, нет! Нет, ты здесь! И чё, мне сейчас бежать как? Да я-то тут при чём? Дебил, что ли, ёпта? Допустите меня! Сука! Петушара сраный! С в окно выпрыгнуть можешь, что ли? Дверь чё закрыта? Блять, дверь закрыта. Прошу, нет. Где вы были, раздолбаи, пока меня ебали? Будь рядом, понял? Ну, давай! И куда? В Манду. Мне это снизу. Тут забронировали выход, что ли? Да твою мать просто. И куда, по-вашему, я должен бежать? А, во, лол. Выберите из окружения полиции. Ага. Легко сказать, легко сказать.
Вот он. Твою же, блядь! Крыши закрыты. Перепрыгивай, скотина. Опа, в городе новый шериф. Вперед! Пиздец, не, пиздец, пацаны! Это плохо. Не думаю, что они вернутся. А ты? Ну-ка, хиль меня, скотина, хиль меня! Очнись, я сказал. Пизда, короче, Ивановна, блядь. Надо хорош, надо потом продолжим, если че. А, все заново сначала просто баблинск отнимает, вы выберетесь просто из окружения. Стволы все есть. Да без ментов что выбираться? А где мои пассажиры? Семья моя где? Вот раньше вот так. Как новая наколка. А тебя прикрою. Вперед! Не бойся. Тебе. Какого черта? Валите, давайте. Я вижу его. Чтобы я был чистенький, а их башляли. Шмаляли они. Да, нормально там. Черт, позже продолжим. И оружие. Черт, в угол загнали. Немножко отключается опять. Прыжок в окно. Отлично будешь. Оторвались вроде. А, нормально вообще. Баблинской, конечно, отжали, да? Манча. Доминик. Майкл. У меня мало времени, буду краток. Ты будь дома, я сейчас приеду. Труп арестован, ага. Встретите с Майклом в доме Корлеона. Сейчас стволюги набрать. Кармина Розато, надеюсь, они с братом горят в преисподней. Ох, ептать. Потише, босс. Если бы я трубку не взял, интересно, я вальнул бы того, кого надо. Все окей было бы, нет? Проблемы с Карминой еще не кончились, по большому счету. Все скоро кончится. Деньги кончились еще. Этот гад заплатит за то, что сделал с Фрэнком. Я уже хотел поесть пойти 40 минут назад, затянуло. Сейчас Макс как раз разберусь насчет покера. Сейчас. О, давненько мы здесь не были. Может, он мне сейчас команду расширит? А? Не? Я такой уставший. Типа, надо валить людей. Смотри, сколько здесь. Кто здесь у нас есть? Поджигатель и вот эти перекусывающие забора. Вот, в общем, чуваков надо будет подбирать потом. Когда появится вакансия, я вернусь за тобой. Позже. Пока мне не валить некого. Хильщик мне нужен, хпшник, и, ну, молоток. В принципе... Отлично сработал. Что происходит? Давай, Пентанджели мертв. Это Кармина. Союз — очередная уловка. Стоило это предвидеть. Один из его людей сказал, что ты все придумал. Ты нас подставил. Ты? Нет. Это ложь. Нет. Я никогда не пойду против семьи. Кармина хотел отправить сообщение, если что-то пойдет не так. Но чего он добивается? Здесь какой-то подвох. Послушай меня. Он поплатится за это. Больше никаких переговоров. Никаких уловок. Берем еще одного бойца и начинаем войну. Хорошо. Найми лучшего бойца, какого сможешь найти. У тебя все получится. Когда уничтожишь дом Кармина, то весь Нью-Йорк будет твоим. Безраздельно. Знаю, Майкл. Кармина покойник. Он не знает, с кем связался. И получит по заслугам.
Так, дом Кармина Розатто передоступен. Чтобы уничтожить семью Кармина Розатто, нападите на дом Дона и его семьи. Мне нужен будет поджигатель, наверное, или еще кто-то. Давай остановимся на этом. Вот этого только пассажира вольнуть будет, и потом уже самого Кармина. Взорвите его. Короче, мне нужен подрывник. А внизу, по-моему, парень. Ты мне все ноги уже оттоптал. Единственный способ это... убрать Кармина — взорвать его вместе с домом. Нужен подрывник. И... Блять. Поджигателя, а подрывника теперь нет, их назвал. Воу. Не пора ли взять новичка к нам в команду? Да сейчас, погодь. Я хотел покурить еще сходить. Слышал, тебе прошлой ночью удача привалила? Че, взорвем их дом нахрен, чертям. Мне нужно съездить какую-нибудь свою хату. Вот хату. Надеюсь, я готов. Если Кармина знает о наших планах, мы попадем в ловушку. У него нет выхода. И надо найти полагать, человечка, знает, который... И найти человечка, который умеет подрывать. В общем, вот такой мне пассажир нужен. Мне нужна помощница. Или ты? Кому колы? Я возьму. О, братюня. Можно хорошо заработать, если что-то умеешь. Нужна помощь? Я могу пригодиться. Говори. Насчет твоих талантов. Что ты можешь? Вот посмотри, я вижу сразу три места, куда можно поставить заряд. Не знаю почему, но я их вижу. Расскажи о себе. Я легок на подъем, работать люблю, кидать только не надо, вот и все. Так, ну давай так берем что, этого. Ты принимаешь меня в свою семью? Ты мне нужен. Добро пожаловать в семью. МС Вспышкин. Значит так, тебя разоденем маленько, как-нибудь неинтересно. Будешь в зеленом во всем ходить. А лучше в красное. Вот, пускай, нет. Давай вверх, футболки. Нет. Тенниски. Полосок нам вообще не надо. Или красного цвета обе. Пальто есть? Чтобы я тебя не потерял. Погнали, бро. Эй, привет, Доминик. Поснимали. Так, мы здесь уже. Если бы моя девушка могла так танцевать, я бы дома сидел. Нелегко. Но этот новый, ничего. Хрен забьем на того, короче, мы будем валить главного сразу. Приступать. Поехали. Тут есть поблизости какое-нибудь казино. Красота. Охота покатать кости. Сейчас кости будем там трупаков катать, поехали. Мог ли народ придется вольнуть, я не знаю. Блять. Эксперт подрывник, а ничего, у меня есть. Ой-ой-ой. Нельзя уходить, пока все не взорвем. И что мне с ними делать, блядь? Бежать пока он это? Шеф, будут проблемы.
Видишь? Да куда ты бежишь-то, ёп? Нормально такие прилетели, бля. Ну давай, налетаем и душим. Там, видимо, несколько входов, так что смотри в оба. Шум, почему под шумом. Бы на просто не на, получай укрытие. Твою мать! Это еще что? Мы, по-моему, спалились, и ничего не получится. Тебе мозг, идиот. Мы не можем вечно сидеть тут. Да пойдем же сидеть. Ёпты! Осторожно! Избегай открытых мест! Нельзя, чтобы нас услышали. Хрена себе, блять, услышали. Такое месиво подняли. Что? Запомни, где выходы. Как заложится, а чё это? А, это братан! Его с пистолета надо валить. Сейчас назад выйдем. Пистолет давай. За мной! Пошел! И где черт кормили? Ищите кормины. Конечно. Веди, босс. Да босс-то ведет уже, затрахался вести. Блин, отступай! Сотрудничать. Найдите найдено усовершенствование для оружия. Магнум это оружие можно закупить для всей семьи. Ну это понятно. Так, мы почти у цели. Вон там! У него пушка! Так, этот последний пассажир. Смотри, если поставить, так, значит, заряд, я могу открыть сейф. Давай, давай, отбирай! Это нужно время, но открыть могу. Пушка! Ты последний фиксатор. Творишь, готово. Ублюдок! Ты предал меня, Кармина! Ты убил Пентанджели! И сейчас ты будешь мертв! Пошел ты, Доминик! Пошел ты! Убьешь меня, мой брат выследит тебя! Тебя и всех ублюдков Корлеона! Такие разум пляшут. Да хорошего бить это! Че ты с ним цацкаешься? Срывай! Тут еще одета! Пошли. Не трогай его, блядь. Один заряд сюда. И... Отлично. Да не трогай его, тебе сказал, уже блядь. Иду. Все, держись. Дерись. Да не трогайте его, ишаки тупые. Еще парочку. Нужно было остаться в школе, кретин. Долбоеб, они его вальнули, что ли, блядь. Его валить там не надо было, надо было взорвать ее просто. Закладывай давай. Кэп, Питар, поставь, да, тут растяжку. Ставь все, что надо. Теперь чего? Привет, Катя. Черт, 30 секунд! Все, двигаем отсюда! Твою мать! Спасите пукан! Мы хоть туда бежим? Блин, не туда, вниз бегом! Как в лучших боевиках, твою ж... Ты что тут залетное делаешь? Красота.
теперь вам принадлежит дом Кармина Розетта. А, отлично, чё. Так, всю семеечку мы свалили. Все введение, чтобы получить доступ. Взорвите дом, но это мы сделали. Больно. На тебе. Надо засейвиться нам. Ну все, хорошо. Надо уехать из Нью-Йорка и залечь на дно. Говорят, во Флориде неплохо. Неплохая идея. Кого? Сколько у нас денег на данный момент? 11к, ну это не так много. Значит, что у нас здесь там горит? Здесь люди есть, есть, есть. Все вроде тут у нас в порядке. А, это, короче, немедленно установить все разрушенное заведение, если заведение будет... Полицейским услугам. Включение всех полицейских, включая тех, кто... Короче, там кого-то надо убивать, вроде бы. Благодарности какие-то есть там. Че, нам телефон какой-нибудь внутри надо сейчас будет взять? Я даже не знаю дальше, что делать. Что? Так, значит. Я постою у двери. Давай, жди. Любишь домашнюю сальсу? Эти твари слабы. Нужно продолжать и вычистить осиное гнездо полностью. Че тут чистить-то? Мы вроде хвальнули. Че у нас подругу? Сейф свой взломали, денег больше не ложат вообще. А скидка есть? Пукан. Папа, как тебя зовут, сеньор? Сеньора. Все, короче, неинтересно. Это что скажешь? Эрес мио. Эрес мио. Радость моя, тут не подают шампанское. Может, я просто дам тебе полтинник и опустим формальности? Милый, ты покорил меня, едва переступив наш порог. А утром пойдем. Они скажут, Лоин Гатуса пара келя ди хасе пасарла ночи. О, милый, сегодня все, пойдем, я угощаю, короче, за счет заведения. Следующий, пожалуй, пропущу, окей? Составишь мне компанию? Что тут еще нужно делать? Что-то они там про Нью-Йорк говорили, а? Ох, ё... Да, уйди, да, я выйду. Розетта мы всех перегрохли. А, контроль мы имеем над точкой. Этого челика до конца прокачать надо. Денег не хватает. Одну надо прокачать, по-моему, штуку, чтобы он... И что нам тут остается делать еще? Услуги, брать людей, чтобы какую-то информацию добывали, или в аэропорт лететь? Слушай, а поехали в банк? Это нам направо надо. Может, банк ограбим? Главное, чтобы наша тачка не мандакнулась. Опа, тут нового челика надо нанимать. Телефон. Можем взорвать, в принципе. Заложи заряд. Понял. Отличное место для бомб. Время у нас есть, но стоит все же поторопиться. А там главный вход, что ли, или что там? Пойдем сюда. Сюда! Ты идешь туда? Я сюда. А, это пожар, что ли, лол? Да хрен и нам пожар, он не нужен вообще ни разу. Черт, в угол загнали. Там менты, что ли? Туда. Вперед! Да, эти сейф легко вскрывается.
Да давай, вскрывай уже, Алёша. Пахнет жареным. Это еще что? Я просто даже блок. Хорошо. А, все что ли? Больше ломать нечего. Да, больше никто не может. Ну пойдем отсюда, че. Ёп! Вот это ж ментов-то. Нормально, мы на свою жопу беды накликали. Езжай, твою мать, езжай. Влазь, влазь! Так, стоп, нам нужен... карта нам нужна. Нам нужно домой уехать. Где наш... The home, sweet home. Вот это нам плохая идея, я думаю. Было ограбить банк. Бомба что ли пищит? На, вальнули нашего одного этого, я понял. У меня мертвый человек там был. Твою мать, где этот сраный дом? Тут и кругом менты, и тачек нет на улице. Куда бежать? Сука, тачка нужна. Психодел, вот психодел. Где бы мне укрыться, вот это хороший вопрос. Блин, тут хата-то закрыта. А слушай, менты пропали, смотри. Отвалите от меня, менты. Опа-па-па-па. Гляди, какое пламя! Гляжу, чё, какое пламя. Так, 10 тысяч наличка, а они где, чё, они где? Что за игра? Godfather, крестный отец. Слушай, это можно взломать? Назад. Ну, конечно. Давай! Там это, можно машину открыть, чтобы денежку взять? Или что? Чисто полицейская. Тут что-то сдохло. Вы кого-то замочили без меня? Нормально, да? Они тогда ехал до хаты, отвалили быстро. Так дальнейшая наша цель какая, интересно? Один у нас в итоге отъехал человек, как бы, ну, из команды отвалился. Нам нужен наш дом, а дом у нас... банк не работает, вот полицейский участок, что-то. Так, охрану еще увеличим. Деньги у нас, в принципе, есть, давай... сейчас посмотрим, можно ли прокачать своего помощника. Вот эти миссии, наверное, нужно довыполнять, как я понимаю, и КЗ даже. Так, расширенный обзор, семья. Да, это у нас в больничке отвалился, короче, подрывник. Улучшать, что там? Еще один пункт, по-моему, остался для улучшения у этого. Денег недостаточно, нормально. Мне кажется, я где-то видел ролик, короче, который типа при улучшении навыков определенного персонажа, он поднимается по рангу, так сказать. Слушай, телефон звонят, в любом случае миссия будет какая-нибудь. Это Доминик? Да, кто это? Хайман Рот. Встречались на Кубе. Не помнишь? А, дедушка с Кубы. Точно. Мистер Рот. В начале серии. Неплохо. А ты, говорят, стал большим человеком в Нью-Йорке. Спасибо. Доминик, сразу к делу. Есть для тебя работа во Флориде. Надо поговорить лично. Фреда тоже здесь. Он тебя встретит в аэропорту.
Только осторожно. Фреда, Фреда, в аэропорт. Отправляйтесь в аэропорт, в Флориду. Что она сменила? Да ничего, тут случайно я нашел. Ты ведь знаешь, где аэропорт? Да, профессор. Я знаю, где это. Помчали. В аэропорт. Железная птица. Шеф, пусти меня за руль. Ох, еп. Ну давай уже, говновозка. Пойдем че. Никогда не было в Флориде. Будет забавно. Берете билет. Приятного полета, Флориду. Сэр. Только вариант во Флориду и все. Надо заканчивать, а то время уже дохренище. Я еще не отдохнул нормально. Пардон. Пердон. Пердоньте. Фредо. А, это который всего боялся, как нахрен весь этот экшен. Да? О, да. Тебе понравится Флорида. Давай помогу. Пошли. Так Кармина Розата, он... Он больше не будет нам мешать. Это семья Тони. Эй, куда прешь? Расслабься. Тут все ездят как попало. На. Показал. Слушай, банда Тони — это мелочи. Не из-за них мистер Рот тебя вызвал. Он говорил о семье. Да, клан Гранадос. У них же эта война еще с тачки Кубой. Новые. Чем занимаются? Оружие, девки, все, с чего они могут урвать пару баксов. Их босс, старик Рико, тот еще фрукт. Сделал бабки на строительстве. Думаю, под каждым его домом замурована пара трупов. Но у него есть связи на самом верху. Точно? Поэтому мистер Рот тебя и вызвал. Ок. Надеюсь, мы договоримся с мистером Ротом. Да, другой город. Блин, не так жестко же, а? Годфазер или Крестный Отец? Сейчас я взгляну, время 18:40. Блин, капец, когда отдохнуть-то? Когда отдохнуть? Давай доедем до нужного места назначения. Эй, увидимся. А чё, с тобой разговаривать больше не надо, всё? Я слышал, что мистер Рот как-то устроил договорной чемпионат по бейсболу. Не потому, он, кстати, что совсем не похож на особняк миллионера. Но мистер Рот не любит излишней роскоши. Я думаю, не хочет привлекать к себе внимание. Я давно не виделся с мистером Ротом. Еще с Кубы. Как он? Мистер Рот начинал с вывоза патоки с Кубы. Отец снабжал его грузовиками. Он давно уже не занимается сахарной контрабандой, но по-прежнему в игре, а игра та же – делать деньги. Что у него есть? Кто-нибудь знает? Официально. Не больше стоимости той хибары, которую он называет домом. Но это так, для отвода глаз. Состояние мистера Рота – сотни миллионов. Он заправлял в Лас-Вегасе, когда там были лишь забегаловки для армейских. А теперь он имеет доход с каждого из тамошних казино. Неплохо. Мажориком, сегодня короче, будет хороший день, Доминик. Я чувствую. Дедушка. Фреду мне нравится. Да, он знает все злачные места Флориды. Если хочешь снять девочку, обращайся к нему. Тут все посимпатичнее выглядит, конечно. Как-то они, создатели игры Нью-Йорк, обосрали, что ли. Ой-ой-ой-ой. Вот это да, капот потеряли. Вернее, бампер. Так вот, от дороги мне не нравятся, узкие, короткие. Да. О, нормально припарковались, погнали. Я ничего не имею против политиков, но... А это что за хер? Мистер здорово, Рот, дедушка. Как поживаете? Мы с вами не виделись с... Не на Кубе. Я слышал, ты в порядке. Жалко Альда. Он был хорошим парнем. Спасибо. Он был хорошим боссом. Друзья говорят, ты хороший босс. Даже очень хороший. Который знает, как делать дело. Ведет в бой.
знает, как уничтожить целую семью. Это Кармина Розато. Я имею в виду Гранадос, мерзавцы. И особенно Рико, их босс. У него есть связи в городе, и он возомнил себя большой шишкой. Он не уважает правила ведения бизнеса. И почему вы их не прижмете? Потому что они похитили одного из моих людей. Доминик, у меня связаны руки. Они следят за мной, но не следят за тобой. Спаси его, Доминик, и я смогу убедиться, что о тебе сказали правду. И что я в тебе не ошибся. Вызовите помощника, бла-бла-бла. Блин, хорош все, короче. Сейчас сохраняюсь на этом месте. Вот, пускай вот так будет, да, и выходим. Собственно, все. Сейчас, Макс, короче, секунду, я